это только те боссы у себя на районе шутера. Испытывают гордость у моих пацанов, условки нет, мы не уважаем законы. Мой батя был убит в 90-х, а не забывай свои корни. Мы в Москве на блоке, маленькая сутя не перестает тверкать. Те боссы у себя на районе шутера. Испытывают гордость у моих пацанов, условки нет, мы не уважаем законы. Мой батя был убит в 90-х, а не забывай свои корни. Не забывай свои корни. Меня интересует. Маленькая сука хочет больше, но я меньше хочу дальше. Сука, я свежий, как воздух. Сука, да, я мастер покемонов. В моем кармане кофен. Кофешоп на колесах. Я на трапе на Рублевке. Ты хотел увидеть босса. Ждем всех кентов. Плохая сука дает горло. Плохая сука дает горло. Курим в клубе, ведь мне можно. Будь со мной осторожно. Да, мы курим очень много, я курю. Блять, это что это, сука, с этой камерой постоянно? Так, ребята, приходим в гости, заходим, свайпаем. Ебальник проснулся, готов делать резюку. Давайте, приходим. Суки, уважаем законы. Не забывай свои корни. Испытывают гордость у моих пацанов, условки нет, мы не уважаем законы. Мой батя был убит в 90-х. Здравствуйте, доброе утро, ребят. Короче, сегодня я хочу поучилить, потому что состояние у меня не из лучших, блять, вообще не из лучших. И я хочу посвятить сегодняшний стрим, ну я думал руль подрубить, но я вообще думал, блять, что буду раньше стримить, подготовлюсь, но из-за того, что мы классно погуляли вчера, блять, ну его нахуй. Такие прогулки, блять, ну его нахуй, такие прогулки, вообще, блять. То, как вы видите, я проснулся хуй знает когда вообще. Хуй знает когда, просто. Здорово, кентики, здорово, здорово. Здорово, хоуми, здорово. На караоке на выбывание. Нет, скорее всего, я уезжаю в село опять. Может, не знаю, сейчас посмотрю. Бля, ну я очень уебищный сегодня. Я фул вялый. Я просто вчера, чтобы вы понимали, в 11 уснул спать. В 11. И мне позвонил Вадя и говорит, пойдем гулять. И я встал в 12. Не, у меня в час ночи разбудил, я до 5 утра... С ними сидел, и ну и он нахуй, бля, я просто убийца, ебать. Рома тильтанул, блядь, что непонятно тут по выключенному стриму. Потому что надо вовремя приходить на движухи все. Пунктуальность играет большую роль, как вы видите. Что, алло? Поменяйте мне, да? У вас видеобан слово. Я уже в редакторе вырезал его. Мы когда записывали этот ролик, этого слова, еще никто ничто не банил за это слово, блядь. Понимаете, в чем рофл? И так повезло, так получилось, братья. Так просто получилось, и я не могу с этим ничего сделать. Типа, и удалять ролик сейчас? Ну, плюс один. Не. Надо было смотреть ролик, надо было смотреть... О, нихуя карта прикольная. Я играл ее. Ебать, я розовая залупа. Бля, я последний бегу, да? Сука. Нормально.
Нормально. Нормально, бля, только я не хочу последним прийти. Заебок. Найс. Вам надо игру слышать, что ли? Короче, и мы пошли гулять, и я, блядь, проснулся в 1:30, я хуею. Как тебе игра? Ненормально. Ненормальная игруля. Супер. А вам как? Привет, я посяду, подсяду. Подсаживайся, блядь, ебать. Тебе не разрешает, что ли, нахуй? Подсесть культурно, нахуй. Где пропадал? Я же был на свадьбе, плюс вчера только, получается, приехал. И думал, высплюсь на... Или пауза вчера, блядь. Когда я приехал, я уже даже не ебу. Короче, я приехал и вот так, на. У меня хвоста нет? Заебок. Блядь, нихуя меня калачик, блядь, меня скинул. Да, блядь, а что такое, я нахуй, сука? Пробежка пошла, блядь. Блядь, а их хватать надо, да? Ох, я затупок. Так, вот этот хвост надо... Давай, оп. Ебать мансую, я ебал ту Люсю. Ух, блядь. Давай, ах ты ж, блядь. Оп, до побачення. Ах ты ж, сука! Сука! Ах ты ж, блядь! Алло, блядь! Пацюк ебучий, о, кенты. Оп. Наебал кента. Оп. Блядь, смотри. Давай иди нахуй. Да, блядь! Патрон ебаный. Блядь, с этим хвостом бегать, сука, блядь! Ай, блядь, вторую жертву найду какую-то. Или подожду. О, кентик ёбнулся. Ой, или вот, блядь. А... Давай съёбуй нахуй. Бля, нормальная, да, движуха? Оп. Изи. 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 Сука, блядь, у него хвост, блядь, моей команды. Блядь, за мной бежит, да? Давай, давай, Васечка, блядь, ветров поле шукай. Ой, я за кентом бегу, и он даже не выкупает, что я за ним бегу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блядь, нормально все. Нормально. Привет. Ох, ебать меня ёбнуло. Сколько секунд, две. Изи. Вам звук от игры нужен именно, или что? Я не могу понять. Зачем вам звук от игры, гайз? Будет ли встреча со Слечиком? Да, в Сочи, я думаю, можно как-то будет поехать. Было бы пиздато. Видел вчера, что со Славой случилось? Да, я видел, очень печально. Я надеюсь, со Славой будет все нормально, а то... Это, блядь, очень хуёво, если он реально заболеет, пацаны. Это, блядь, будет пиздец. Почему зрители 2000, а паст в чате 0? Ну, слава богу, блядь. А что мне надо делать? Вам нужна музыка с игры или просто музыка на фоне? Камон, зачем вам музыка с игры? Так, вас выбыло. А что мне делать? Так, что мне делать? О, нихуя тут грязь, блядь. Как приседать? О, я понял, что тут, ебать, насыпает. О, ебать. Смедает кентов. Смотри, двух кентов не... Два кента не успела выжить, кенты. Смотри, бегут, бегут. Бля, бегут кенты, смотри, блядь. Бля, я хочу выкинуть, сука, дурачка. Нормально. Ох, ебать, блядь, мансую. Бля, хочу дурачков повыкидывать, нахуй. Ой-ой-ой, нормально. Нормально так. Бля, ебать, пиздатая грязь, блядь, я ебу.
Ща выцеплю кого-то. Алло, Васечка, стойте там. Ой, бля, чуть сам пососать не успел. Чевапчичи, сука, вот это чевапчичи ебаная, блядь. На синем капюшоне, блядь, вот это. О, блядь, это... Давайте забирайте нахуй кого-то. Сука, чевапчичи ебучий, отъебись от меня, блядь. Вот это гниль, блядь. Блядь! Суки. Я пососал? Блять! Вы видели? Я чуть не выебал этого дурачка, блять. Это я пососал, да? Я проиграл или нет? Не могу понять, блять. Надо было просто не выебываться. Окей. Так я хочу вернуть нахуй. Все проебал. Бля, мне кажется, я не проебал, как Рома. Нормально, все. Бля, пацаны, такое, конечно, все. Бля, конечно, игра душит пизда. Она еще и показывает, как другие игроки круто играют, а ты долбоебище чисто. Мне надо какой-то прикидик грязный, блядь. Ты выиграл. Вадю... Вадя, нет, не отлетит. Я удалил уже. Я уже удалил все, нахуй, пацаны. Бля, давайте что-то такое грязное. Магазин DLC, нет. Шо, у меня 2200-500 монет. Давайте какое-то яйцо хотя бы ёбнем себе. Джек, блядь, коронок ноль. Сука, блядь, как приодеться нормально. Приодеться? О, нихуя я буду купить. Все. Костюмы. Ух, ебать, блядь, рисунок. Ух, ебать, блядь, лицо одно, вверх. Не, я не хочу быть волком. А не, ауф. Выкатываемся из дворов. Ауф. Ебать, я черный волк. Ну, видите, да, Рома немножечко тильтанул, потому что у него не получилось сделать контент, он расстроился. Творческая личность, они... Творческие личности, они такие, ребята. Получилось так. Ну, извините, что так произошло. Понимаете? Немножечко. Эта игра бесплатная? Нет, хоуми. Платная. Ну завтра с ним проведем. Блядь. Братан, я звоню. Я в ти. Блять, я стримлю, хоуми. Скруджи, hello, хоуми. Классная игруля, кстати. Да что произошло-то? Ничего, ебать, я лечу долго, да? Классно лечу. Скажу же, прикольная игра. Короче, ты типа должен до конца добежать. Ты выкупаешь за нее? Можно тоже в дабл играть с ним. Ну, вдвоем. Блядь, я что-то дохуя лечу вниз, блядь. Давайте еще раз. Серваки упали, походу? Не. Бля, или серваки упали, а как играть тогда? Бля, я ужасно хочу пить. На самом деле, безумно умный хуй, типа с виду maybe. Угу. Бля, слишком много игроков играет, типа в игре, надо перезаходить. Когда откроют границы, поедешь куда-то, да, там поеду, блять, уже спрашивали. Бля, пацаны, сегодня очень ватный. Как вы по мне видите, у меня вообще ноль, energy ноль. Что с Макрицей, где своя игра? Ну нету, пацаны, ну нету, ну что вы, блять, как присосочки, блять. Я эти печенья в рот ебал, нахуй, я себя очень хуёво чувствую, блять, я еле стримлю.
И плюс, блядь, ну, плохо мне, немного. Ты какой-то без настроения. Нет, я нормальный, типа, но я очень... такой. Расскажи про печенье в ТГ. Ой, блядь. Может, нахуй надо оно вам, пацаны? Сука. Подари игру. Я вчера со Слиданом гулял, кстати. И мы договорились на совместный ролик после 10-х чисел. Ну что он купит, я выделю деньги, мы будем. И плюс после 10 числа будет еще постройка студии. И будет очень весело. Real. Витя очень интересный тип. Ну, Слидан. Такой, знаете, может много чего интересного рассказать. Весело мы погуляли. Мы вчера встретились. Как пошли, блядь, гулять пешкаруса. Мы пешком пол Киева прошли, блядь, чтобы купить. Бля, я купил то, что надо. Я купил... Бля, где эта тема? Я купил себе диклофос, которым в ебальник пшикать, если на меня кто-то нападет, шарите? Типа, шарите, если на меня кто-то нападет, я могу в лицо нахуй запшикать. У меня... А я ее где-то, сука, проебал уже. Где-то ее нет. Да почему я так долго лечу? Камон. Ты студию год уже обещаешь? Нет, у меня уже все готово. Бля, конечно, я в ахуе с этих серверов. Наверное, все не могут. Я только один не могу зайти или все не могут? Всю музыку потушу. Не верите? По 10 раз запускаю. Может, вы... Блять, ебать. Ебать. Привет, привет. Планируешь говно? А, ну, знаешь, посмотрим, я говорю, пока. Что я не буду пить, но получается всегда наоборот. Ну, смотрите, я планирую немного. А куда он едет, пацаны? Чисто для настроения. Ебать, там ролик собрал просмотров, ёбнешься. Не верите? Короче, если я ебану еще один кок, я буду в говно. Я еба. Нихуя он поехал, блядь, а он нихуя, а он не боится за стрим, за то, что, блядь, мне было бы очень страшно. Слушайте, вот это сейчас все. Сейчас Лео будет открыто, если не открыто, блядь, ебите меня в жопу семеро, блядь. Блядь. Бля, я не знаю, как ему не стрёмно вот так. Но чисто путешествовать. Вообще, мама говорит, что болят. Оу. Насколько я знаю. От мамы. Это не 5 секунд, Вова. 4. 5, 4, 3. Все, Вова. Один. Вова. Вова. Блядь! Блядь! Урод! Вова! Блядь. Вова! Да ладно! Я бы туда залетел. Оу! Куда бы ебать, я там? Там полетели типы. Там вперед еще может кинуть неплохо. Ебать, эта хуйня кидает. Вперед, да, вот я как раз... Ебать, а что это за сложная там карта блядь, такая, блядь? Один из этих, да? Блядь, не будьте станом, пожалуйста, нахуй. Просто мне нахуй категорию, вот, блядь, модераторы. Бита в мозгах, нахуй, русские фильмы, хуйня, блядь, и все, блядь, и все. Другого не может быть. Путин не, есть, этого, есть и русские фильмы и пиздатые. Допустим, бля, мне очень сильно понравился фильм, где типы ездили, отдыхали, а потом отправились в какое-то прошлое, блядь, войну там. Что-то там они грязюку делали. Потом русский фильм еще какой... В принципе, уже никакой. Развивайтесь. А, мне понравился фильм с маяком. С маяком, где чел, короче, был потом в маяке, он управлял маяком. Не помню, как он называется. Ну, короче, был маяк, и там ты там, короче, управлял. Это охуенный фильм, я забыл, как он называется. Плюс, ну да, брат 1, брат 2, это имбуля, но это типа фулл старый. Фулл старый.
А, и без текста мне. Или без слов, без текста. Где, короче, чел захуярил чела и телефон его взял и жил его жизнью. Это вообще ёбнутый фильм. Это и, блядь, столько сопереживаний персонажу, главному герою из-за этой темы. И интересно, как он, типа, выберется с этой ситуации. Это просто не передать словами. Это действительно грандиозный фильм. Мне он очень сильно понравился. Категорию не меняю, да? Ну, я сейчас, блядь, тогда... Сейчас я посмотрю, если не поменяли мне категорию, блядь. Ебать, я злой, сука, блядь. Где моя категория, блядь? Я сейчас буду менять модеров, блядь. Да я шучу. Поменяли уже. Мозгами, блядь. О, я тупо первая бегу! Да? Капец. О, блядь, вообще, она сотка, вообще. Лячь, ну все, теперь последняя. Ну, так... Да и... Ну реально, я последняя. Это Аляша? Как-то она изменилась. Или я хуёво видеть стал? Предложил мне встречаться при всех, чтобы все видели. Чего? А ты со строго встречаться будешь? Ну не знаю, если... Я просто хочу, чтобы он... Предложил мне встречаться при всех, чтобы все видели, какой он настоящий мужчина. Не могу понять, они так рофлят, блять, или она рели разошлась? Я не понимаю этой хуйни, блядь. Если он... В реале сделает это как предложение, то я соглашусь. Блять, я чисто дурачок, да, блять, не понимающий нихуя в этой жизни. Ну так скажите мне прямо, блять. Ты злой дурак, блять. Ты не выкупил рофла, потому что никто ни с кем не встречается, они сейчас встречают. Что так нахуй? Если бы не так, если бы мне девчонка нравилась, и она бы так сказала, то вот это, ну это если так не сделать, то возможно ничего не будет. Злой дурак, блядь. Целуй хорошо. Давай. Давай. О! Давай. Ебать! Сейчас. Чё, блядь? Да давай, давай! Ну! Отворачивается. Господи, да я ему 7 дней жил с ним в Москве. Учил, бля, рассказывал, говорил. Отворачивается. Отворачивается. Ну ничего, с кем не бывает. Давай, давай. Я его еще таким видел, блядь. Я рад за ребят. Я рад за ребят, что у них все хорошо. Откуда Витя? Ебать, она голодная. Молодое тело, нахуй, пришло домой. Сдержать не мог. Посмотрите, как она напала на беднягу. Ебать, блядь. Давай. Целуй. 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 Я это поцелую. Я это поцелую. Давай. Ебать. Сука, блядь. Ну куда, блядь. Давай, раз ты не хочешь ее целовать, тогда вот придет Наташа, ты ее засосешь. Блядь. А можно мне к ним в гости, блядь, никто, поцелуйте меня кто-нибудь. Вот бля, это... Вот это Раньку понравится. Вот это нормально. То есть ты готов? Все. Если даже будет заебись, все равно будем все писать хуета. А что это? Ну это как у Каравая. Но кофта им балансная, мне очень понравились комиксы. Офигительная тема. Что-то не понравилось, по-моему. В смысле? Ой. Еще одна. Да в смысле хуйня? Тут плута. Я хуею с Димана, блять. Это вообще пиздец. Я просто хуею с Димки. По-моему, хуйня. Блять, заебали. Если вы скажете, что кроется хуйня, пошли вы нахуй тогда.
Пиздец, да, минус морали навалил. Найт Джаггеры. Опа. Ебать, охуенные гросы. Охуенные? Ебать, хуйня. Что готовишь? А что готовишь? Блять, разноцветные кроссы, это, конечно, блять. Я уже представляю, как болото охуенно. Ты же такие же хотел. Да, но я не брал их. Я их не взял. Ну, разноцветные, ну, блядь, ну... Ну, не знаю, ну... Ну, куда? Ну, сука, ну, куда? Когда будет? А можно пробовать? Нет. У тебя группа. А когда можно будет? А у тебя группа. Кого? А пробовать можно? А тебе нельзя. Немножко? Нет. Ну, всем капельку. У тебя группа. А откусить можно? Нет. А немножко? Нет. А мне читдей? Сегодня можно? Нет. Ну, пожалуйста. Нет. Ну, пожалуйста. Нет. Ну, пожалуйста. Нет. Ну, пожалуйста. Нет. Что не так с инстинктом? Что, что такое? Это лазанья? Блядь, я вспоминаю, как мы с рис пиццу готовили. Я такого удовольствия не испытывал, как он. Или это не удовольствие совсем? Привет, ты кто? Блядь, кто это может быть? Ты чё так испугался, ебать? Привет. Ой, нихуя тебе камера пиздатая, мать такие чётки, блядь. Спасибо, спасибо, ебать. Что тут, у вас задачи сложные? Я в этом спец. Нет, когда я в видосах попадаешь, ты меня скипаешь. А в жизни-то на видосе не можешь скипнуть, в дискорде не можешь, Ромыч, да, блядь? Как это, блядь, не могу, ебать. Боишься, блядь. А ты чего его, ты чего сделал? Извини. Верни. Всё. Жоржа, извини меня за моего друга. Не, всё, не. Я не могу. Ну, весело посидели. Что? Я не знаю, как Joint Time не боится стримить, блять. Ну, стримить вообще в таких местах. А это, конечно, надо еще подумать. Просто... Ну, это пиздец. Могут же и телефон, блять, спиздить и по голове дать, нахуй. Я шел и увидел голубя, ебать. Какого голубя, блять? И голубь, ебать, клевал ебучий хлеб. А, он с друзьями? Что было? Хлеб был, ну, хлебом, ебать. И он его склевал, ебать. Ох, чампер. А потом он его... А он с подругами, блядь? Ну, с подругами я тоже бы... Улетел, да, как ты сейчас, по-моему. Пошел бы какую-то грязюку сыпать. Насыпать, блядь. А, сапки бесплатные стали, я говорю. Ну, я откуда знаю? Дешевые, я видел. Эти да? Долбоебов, хуй, пойми, как они, как у них это все просчитывается, когда вырубать, когда не вырубать. Сапки я дешевые, знаю, я там видел. Такие, играют там какие-то домино, такие там, Саня, а вырубай по приколу, блядь. И вырубают, блядь, у кореша, сука, интернет пропадает. 18 минут такое. С подругами надо на другие сайты, не. Чтобы мясо, о, короче, было... Я себе, блядь, а это что за красавица? А вы не видите? Да похуй. Ну, было его немного. Три. Не супер сырную. Ладно, ну и покажу. Не без сыра. Ну понял, да? Кузарк. У нее парень. Вот этот. Это вы beautiful, ребята, beautiful. Это Тати, вы, это Тати парень. Было? Ей 17. Да ну нахуй, она на брусьях может что-то делать? Нихуя она крепкая. Такие же сразу извиняются. Даже у него есть девушка. Я не знаю, я реально безнадежен нахуй, я не знаю. Так где Айсима Су, блядь? У него скиллзор, Айсима Су, какие-то приколюхи были, уже Айсима Су где-то нету, блядь, все нахуй. Вот здесь давай, появляйся. Не понимаю, блядь, что это было. Тут есть карьерный рост. Вроде бы они что-то там мутили, а тут что-то уже Айсима Су Сибяйшин себе организовала какой-то, и вообще нету ее, блядь. А, да? Согласен. А вы им платите деньги? Ну, конечно. Да. Блин, а я не плачу. А сколько надо платить? Ну, тысяч по 10 одному. 10 тысяч? Угу. Я столько со стрима не зарабатываю. Да я тоже. А, вы в минус работаете? Ну, ну конечно, когда как? Чисто для, ну, как бы для души. 10 тысяч модераторам? Вы зачем это сказали, Владимир? Они же уйдут от меня.
забудьте, Вова пошутил, ребят, модератор. Я не шутил. Вова, скажите, что вы пошутили. Я не могу ни в одно кольцо нахуй попасть. Посоветуй анимешку, бля, я бы хотел что-то посмотреть. Пельмени за 5 минут. А ну. Паприка, чеснок, перец. А зачем пельмени жарить, я не могу понять. Кто пельмени жарит? Кстати, я хавал жареные пельмени, если их нормально пожарить, они охуенные получаются. Соус, 2 ложки сметаны, аджика перемешали. Прям со сковородки мака... Вы жарите пельмени! Вы жарите пельмени! Что? Ебать, он полетел, нахуй. Twitch FM, блядь! Ты жаришь пельмени, ты охуел, блядь! Круто. Мы на даче вызывали пиковую даму. У нас приехала девочка, короче, с города. Кто же это? Дорого вышло тогда, короче. Точно так пиковую даму вызывали. Короче, вызывали на даче пиковую даму, приехала девчонка. Приехала шлюха. Бля, вы представляете, как мы в Черновцах жили, в охуенной хате, огромнейшей, сука, хате. И, чтобы вы понимали, даже баб туда не вывозили, не завозили баб никаких, еще что-то в этом роде. Там подруг, там, пиздец, неудачник. Пиздец, нам тоже надо было хоть одну пиковую даму вызвать. Спасибо, Камик. За твою речь. Ну что, следующий игрок, Александр Гвинглейд, 5-й номер. Мне бабуля звонит. Очень вовремя, прямо во время речи. Ебать, звоночек, блядь, Дин России, блядь. Блядь, это что, раскладуха, ебать? Ну да, подожди. Алло? Чисто разовая трубка, поговорил и скинул. Ой, Зарк, ебать, что там пиздишь, блядь? Блять, почему мне так как-то неловко, нахуй? Не, чё, прикольное место, кстати. Ну, атмосферное, я бы сказал. Я бы хотел бы так там посидеть. Подожди. Атмосферное место такое. Есть какие-то уроки на YouTube или это? Да, я могу. Кстати, я сейчас хочу сделать рубрику, будет называться «Развиваем рот с Алексеем». Если хочешь, развиваем рот, я разобью. Мне бы не помешало развить. Ой, я бы посмотрел, как Иисус развивает рот. Это очень. Я тоже бы свой рот охуенно развил. Но мне надо, мне надо. Бля, там игра разморозилась, я хочу тоже поиграть. Нихуя. Ральф Лорен, окей. Лаурен. Ну, звучит. Парни, знаете, мой самый любимый бренд — это Givenchy. Обожаю. Бля, мне всегда нравилась комната Арины. Тут так уютно как-то, даже когда ты смотришь. Смотри на мою, блядь. Кронштейн ебаный, какой-то великан стоит сзади, темно. Тащи, блядь, хуета полная. А то так смотришь, так уютно. Как будто ты уже ее на кровати завалил. Вроде бы ты смотришь на нее, а вроде бы уже вы уже представляете, как вы на кроватке чисто няшитесь там вдвоем под пледиками, смотрите аниме, блядь. Розовые тонатки. Бля, прикольно, все аккуратно. Бля, пацаны, я вам говорю, слава богу, что видеть только мое ебало. Потому что тут вокруг Армагеддон. Тут вокруг пиздос. Пизда. Просто ветер. А, и сперма на микрофоне. Ну, сперма все портит. Ну, похуй. Ну, не нравится комната. Бля, красава. У меня и лайки. Я с Дашей расстался, теперь не с кем общаться, блядь. Сижу один, нахуй. Ну что, типа вы расстались, прям поссорились или что? Не знаю, у нас диалог длился 30 секунд, когда я ей сказал, типа, Даша, надо завязывать. Она говорит, а, ну ладно. А у нас что-то было, и все. Она сказала. Пизда. Пиздоболы, блядь. Вот это точно, блядь, с Дашей нахуй развлекался в Москве нормально, блядь, мне так кажется. А если не развлекался, блядь, значит, зря. Киллю, спасибо. Зря, блядь. Здорово, прогорели. Написано kill you. Зря. Спасибо. Я южанин. А, блять, им есть по 18 вообще? Пельмень Наташи 18+. Свидание, Наташ. А, сейчас я что-то хотел посмотреть, чего. Ой, блядь! Ебать, блять, осуждаю, блять. Здорово, ебать. Про горе. Так, блять.
Бань нахуй эти клипы, Рели... ёб твою мать, блядь, ебать нахуй. Кинь. А, дрова прогорели. Блядь, вы бы не отлетите из-за этого дерьма, блядь. Осуждаю, блядь. В море дуб зеленый, золотая цепь на дубе тон. И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет налево, шишки что-то... Осуждаю шишки. Ебать. Идет направо. Ебать, я охуел, блядь. А, пизду, короче, нажми... Давай, про... Ром, выйди, пожалуйста, в главное меню и нажми пробел. Блядь, я уже жду эту пасту, нахуй. Какие, блядь, суки. Блядь, а что? Сколько-то, пиздец. Я не знаю, как это дебилы кто-то смотрит, блядь. Такой затупок, сука. И сколько ты умножаешь. Важно, как ты отвечаешь, блядь. Все, это уже на пасте, блядь. Что за пасты, блядь? Они ему зубные, блядь. Колгейт, там, Доместос, блядь. Блядь, такой рашпиль, блядь. Мы не богаты, но кайфуем, как депутаты. Блядь, почему так все? Это что, блядь, такое? Молодец, блядь. Я говорю, тиктоки охуенно делать. Что происходит, сука, я не могу понять. Ебать, ты дурак, тут такая тонкая работа, это стрелку рисую. Сосочка? Кто? Бля, все, полная крыша. Иди нахуй, картофельный, блядь, уёбок, блядь, крахмальный, блядь. Беги нахуй, картофан! Ну мудак! Блядь! Да отпустите надо, суки, блядь! Чё ты... Бля... Всё. Мудак, ебаный у... Fuck you, блядь. Эклепсия есть? О, нормально сыпет, слышите? Я хочу поиграть в эту... в это дерьмо, блядь, ещё раз. Когда этот видос закончится, нахуй? Он жвачку сегодня за 50 рублей купил. Да, кстати, да. Давай, Хесус, ты один. Все, брось Вову, он вернется уже. Все, давай. Все, прыгай, что ты стоишь? Давай. Это Вова? Это Вова, Вова, это ты? Да, беги, Вова, шифт только нажми. Шифт нажми, Вова, прыгай, шифт. Нет! Хорошо. Ты взял? Как? А как? Вова, да что это такое? А как эта хуета сработала? Короче, встаем. Фиксируем корпус. Фиксируем корпус. Чего, блядь? Вот. Да, ёб твою мать, блядь! Что? Ты что, ебанутая? Ебать, прилетела нахуй! Охуеть! Всё! Не трогай меня! Блядь! Да, там просто что-то побубнило и 46, там было, по-моему, концовку слышно и 46. Идите до самого конца. Блядь, я не могу смотреть это, блядь, не знаю, мне, блядь, горит нахуй. Только я ловлю, блядь, слизняков ловлю, блядь, вообще ловлю фулл кринж. Хорошо. Не знаю. Так, до самого конца идите. Спалил адрес, спалил Вань, блядь. Чё? Она у меня в голове. Играй, да, я хочу играть. Блять! Я молоток проебал. Пошла нахуй игра. Все, нет, пацаны, слот освободил в пизду. Там, и, там пауки нахуй оказываются огромные, блять. Давай. GTA? GTA нет. GTA пока не думаю. Я случайно. Не понял. Короче, блядь. А? Готово? Давай. Там пауки нахуй, оказывается. Огромные. Ебать он! Давай. Спасибо. Опа, блядь. Опа. Давай. Ты не упадешь? Ну за сиську не бери. Я случайно. Помазал? Короче, блядь. Понимание закончено. Ебать строго, блядь, лакер ебучий, да? Пиздец. Holy fuck, okay. Ну ты лаж.
А коленку вот. Пиздец. Поехал, блядь, довольный. Шоу талантов. Вот это скрытый талант, блядь. Да, смотри, сейчас колено вылетит, устав чисто. Дам колено вам послушать. Да, а у них что, блядь? Колено слушать. Меня уже кто-то папа поворот. Меня ужалил пчела бафурот. Вот это папа поворот. Меня ужалил пчела бафурот. Вот это папа поворот. Меня ужалил пчела бафурот. Вот это папа поворот. Ебать у них там, блядь. Грязюка происходит, я тебе говорю. Блядь, если б нет, ёбаный коронавирус, блядский коронавирус, блядь. Я б тоже был бы в Москве, блядь. У меня в Москве очень много френдли. Надо, чтоб всех посетить, ёбнуться можно, я вам говорю. Просто, чтоб всех посетить, это надо ёбу дать. Вот это папа-поворот. Меня ужалил цела бафуро. Играть. Бля, ну опять эта фигня. Нет, еще прикольная игруля, я не знаю. Мы не играли вообще на стримах в игры очень давно. Нет? Мы очень давно не играли в игры. Почему бы нам что-то не поиграть? Опять? Зой, к Синту зайдешь, а меня зовут? А меня зовут, хоуми? Артур, в эту, которую... Это та, в которую сейчас все играют, да. Да она не проплаченная, пацаны. Если, блядь, заплатили, то как минимум бы какой-то баннер был. Она просто интересная, серьезно. Это как когда-то Apex играли или что-то в этом роде. Сейчас я приду, я пока оно ищет, я наберу воды, потому что меня полный пиздец. Я еле дышу. Вот это хап-пам-пам-пам. Привет. Привет, чат, как дела? Давайте его разыграем как-то, пока он не пришел. Нам надо что-то быстренько придумать. Бля, он пишет. Пока. Ку-ку-ку-ку-ку. Пейте воду, люди. Что, осуждаю? Что, бан? Ой, блядь. Нормально. Блядь, он долго лететь будет, этот мешок с мясом, сука. Ты шутишь? Злой. Что? Нельзя такое говорить. А что я говорю? Ты прикалываешься? Что я говорил? У тебя что, канал? Что? Капец. А что я сказал? Такие вещи, конечно. Алло, ты чё меня пугаешь, Крис? Да ладно, ладно, здорово. Привет, там я ничего не говорил такого, я не знаю, что они там пишут, бан. Да я зашла, ты отошел и сказала, чтобы мы тебя разыграли. А, это розыгрыш был? Да, так что-то какой-то грустноватый получился. Почему? Ну такой, и меня взбодрил даже немножко. Ну, чтобы не расслаблялся. Спасибо большое. Спасибо за такой розыгрыш. Ты камеру настроила? У меня брак. В смысле брак? Она перенагревается, офается. Это как? Ну вот так. Просто я её включаю, 10 минут попользуюсь, она кипяток и отрубается. А где ты покупала? В МВидео. А у вас кроме... У вас есть вообще нормал магазины какие-то с техникой? Так МВидео нормально, мне просто надо пойти и типа пока 14 дней не прошло, чтобы они мне поменяли. Так... Чем побыстрее быть, тем получше, а то пиздец, такую залупу продавать. Ну, у меня папа сейчас работает, я с ним поеду, как он освободится. Я одна боюсь. В смысле боишься? Типа что, не вернут? Нет, ну просто мне легко, когда поддержка рядом. И когда мужчина рядом?
Ну да. А у тебя парня нету? Есть. У тебя есть парень? Ты чё, не знал? Я же тебе рассказывала, ты чё? Ты мне не врёшь, ты мне не рассказывала. Так ты уже спрашивал. Чё ты думаешь, за полгода что-то изменилось? Нихуя себе, вообще-то за полгода можно свою любовь найти. Ну, может быть. Ну, ты не нашла? А может, нашла? Я тут столько разъезжала по всяким пати. Ты себя как чувствуешь? Да, это такое все. У меня горло очень болит. Это хуёво. И какая-то слабость, знаешь, вот будто меня побили. Я вот какая-то вообще никакущая. В смысле, серьезно? Чё? Это очень хуёво. А почему у тебя не грузит уже игру полчаса? Ты чего? А кто-то играет вообще? Она работает у всех или нет? Мне кажется, эта бака тебе надо перезайти или что-то еще. Вот это поворот. Блин, слушай. А, сервера легли, слышишь, пишут. Бля, хоть бы вы не заболели ковидом никто из вас, это же вообще пиздец, а то все позаболевали. Да не, мне кажется, если бы это был ковид, было бы пожестче. Но я такая вообще, как губка выжата, типа супер хуёво. Так оно, первые проявления — это усталость, боль в горле и температура. А, ну у меня это все есть. Да это типа с обычным можно, с обычной простудой, это, понимаешь, одинаковые симптомы. Поэтому... Вот это поворот. Блядь, нихуя себе поворот. Это не очень круто. Да все когда-нибудь переболеют. Это, знаешь, это как будет как ветрянка, скорее всего. Вот эта хуйня с коронавирусом. Просто кто-то нормально переносит, а кто-то хуёво очень. Ну я болел. Я болел уже. Я в начале марта болел, когда коронавирус начался. Я болел уже. Но у меня сейчас... У меня после вчерашнего просто я такой расслабленный пиздец. Ну, сижу на фул расслабленничах. Но голова у меня тоже поваливала. И я кашлял пару раз. Все, ебать. Да мне кажется, было бы намного жестче. Типа, если люди умирают, это значит не просто там болит горлышко немного и слабость. Ну, типа, совсем хуёво, наверное, должно быть. Я просто не знаю, как это работает, поэтому пофиг. Ну, все равно лечись хотя бы. Крисваев. Чё, я в кроватке лежу, нормально, сейчас только выпал. Да? Да, и супчики похлёбываю. Одной, наверное, в кроватке скучно. А чё, ты будешь в игру перезаходить? Да я перезахожу, и вообще похуй, типа, она не хочет работать. Ну, скорее всего, всё, накрылась. Просто не хочет работать, я не понимаю, как это работает. Что такое? Ничего. А что смешного? Да ничего. Чё, чё смеётся? Да ничего. Да, ой, господи. Что ты увидела? Что-то смешное увидела? Вообще надо смеяться. Смех продлевает жизнь. Вопрос скипнула? А, вопрос скипнула. А что мы тут делаем? А, мы тут мои моменты. Блин, на камере каждый прыщичек видно, все так как-то вот да, близко. Да. Меня она тоже... очень близко. Очень, знаешь, вот такой ракурс, как, ну, ты понял. Очень близко. Как будто я фотографируюсь на паспорт. А это плохо, типа, или что? Ну я не знаю, обычно что. Красиво, когда сидишь там где-то далеко и видно всю твою одежду, там терпера. А тут просто башка торчит, и все. А ты сейчас на камеру смотришь? Оно у меня опять все перегрелось. И в АФК сидит, лежит, стоит. Охуенно, блядь. Охуенная камера. Не, у меня такого нет. Она может работать 8-10 часов. Типа без перерыва. Плюс бесперебойное питание тебе нужно, чтобы... Да, я купила. Мне завтра приедет. Чтобы она просто... Ты не меняла блок питания. Они... Блок питания пизда будет, они просто сядут. Угу. Что вы знаете о нейронных сетях? Я сегодня посмотрела видос. Мне что-то... Я такая просыпаюсь утром и вспомнила то, что есть видос, типа, вот это, где Соло Золо была. Что вот. Это? Ну, это, которая порноактриса. И что там? Ну, мне просто было интересно, как она выглядит вообще. Ну, прикольная такая. Я теперь понимаю, почему пацаны так жестко на ней. Как зовут? Да не гугли на стриме! Соло Золо. А я в Ютубе.
А, соло-золо. Вон, оценивай, да. А первый видос, а она слева вот такая блондинка, вроде бы. Или, не, брюнетка, брюнетка должна быть. Просто по памяти у тебя задержка. Которая слева, худенькая такая. Мне нравится его бровь. Вот это? Ты ее не знаешь? О, ебать, сегодня день будет веселый. Там крутые видосы. Просто сейчас в воздухе. Ты смотрела эти видосы? Да мне просто было интересно, типа, ну, просто интересно. Там есть я! Кто? Я! Ты? А, в этом? В видосе нет, вроде бы тебя не было. Понятно, на нахуй. Я думала, в видосе, где она там снимает, ну, ты понял. Этот ролики набирают, блядь, сука, никто. Всем привет, я Ева Эльфи, добро пожаловать. Ева Эльфи, она тоже снимается где-то? Да, это две порноактрисы. Это две? Да. Нахуй ты мне это сказала? Я сейчас ебать, меня рук не хватит. На мой YouTube-канал. Не, ну слева поинтереснее. Мне больше слева понравилось. Это моя коллега, и сегодня... Ебать, она заряженная такая, длинные волосы. Ну я почему-то, я бы хотела посмотреть, знаешь, чтобы категория была там, ну, где много. Ну посмотреть, как она вообще. Опытная, неопытная. Много чего. Да, она как-то по лайтику чисто с одним пацаном и все. Лайтовенькая какая-то. Тебе нравится, когда много кентов? Да мне просто интересно, она такая типа маленькая, просто интересно было. Подожди, а какие ты типа приколы вот эти смотришь? Да я ничего не смотрю, я просто зашла посмотреть, что мне интересно, я уже говорила свою точку зрения. Ты бы хотела посмотреть, где она и много кентов, да? Да просто мне было интересно, как это выглядит. Чисто сходка подписчиков. Ну, не знаю, как-то это все не заводит. Ну, типа, зашел такой, посмотрел, ну, прикольненько такая, смысле, красивая фигурка. А что тебя должно заводить? Подожди. Да я не знаю, ну, просто я зашла, типа, попалила на нее, такая, ну, норм, и все, вышел. Тебя заводит, когда одна подруга и много кентов, да? Да нет! Ну, не надо переворачивать так злой. Нет, я тебе сказала совершенно, я тебе сказала совершенно по-другому. Я сказала, что я хотела посмотреть, какая она опытная. Такая типа, если опытность... у нее опыт. Так она с кентами многими не справится, так на опыт, опыта не хватит. Вот, а я хотела посмотреть, типа, справится или нет, вдруг таки есть. Чё ты сразу так переводишь? Мне ничего не нравится. Не надо тут. Нет, ну, вот допустим, у меня нет такой мысли, типа, что я вижу подругу, типа, так, интересно, когда её там семеро гномиков гасят? Посмотри, как это происходит. Так твоя подруга не порноактриса. Ну, блин, я бы хотел себе подругу порноактрису. Ты бы пил после нее в трубочке, с трубочки? Ну, а к чему это вообще, как это понять? Ладно. Не, ну подожди, порноактрис, так все девушки что-то такое исполняют, типа, шаришь? В смысле? Ну, типа, с кентами, да. Да, да, блядь, ну почему именно, еще почему такое предвзятое мнение именно к порноактрисам? Обычная малая тоже может там нахуй... пару этих микрофонов в караоке проспевать, и что, мне тоже после нее трубочку не пить? А, ну вообще да, вообще да, согласна. Я но там, не знаю, мне кажется, типа... не такое количество. Да нет, да, ну типа, подожди, смотря какие подруги. Я в своей жизни встречал таких подруг, что у нее там целый табун за спиной. Целый табор, блядь, ворота открываю. Что был? В этом. В чем? В очереди. Со всеми. Ну ты говоришь, что у нее типа дофига было. Ну, ладно, типа, короче, это затянулось. Не в очереди, типа, а, ну... Так это затянулось. Ты тоже эксплуатировал женское тело в своих целях, ты имела в виду? Смотри, что, видео, что? Злой. Что затянулось? Я не понимаю. Ну все, ну мы уже обсуждаем это полчаса. Ты за что дизлайк поставил? То, что цен там нет? Да. Ну там не баны, но когда переходы, там уф. Блядь. Ну, кстати, да, я теперь реально задумалась, что обычная девчонка тоже. Ну там смотри, просто она... Это надо постараться поискать, это надо по клубам ходить, я просто даже не знаю, где пацанов брать. Подожди, а для чего? Не, вот смотри, мы типа обсуждали то, что у порноактрисы очень много было половых партнеров. А типа то, что у дефолтной девочки меньше. Потому что, ну, вот как ты будешь в РЛ, вот, допустим, если порно-актрисы, я не знаю, как они часто видосы снимают.
Ну, допустим, каждый день, да, грубо говоря? А у обычной девочки, вот ты каждый день, мне кажется, супер тяжело будет искать парня. Ты будешь подходить такой, такая типа, привет, не хочешь со мной переспать? И он как-то подумает, не, что это... Не, такое парню... Ну, типа, такое парням лучше не говорить сразу, а то это типа фул странно. Вот, и это надо каждый день вот это мутить, его разводить. А порноактрисам вроде бы сами там как-то чуваков подгоняют, они потом только знакомятся. Уже прям во время этого. А дела. Тебя как зовут? Он ее в попу, да, гасит. Как зовут? Марина. Нет, ну там, ну вот они, допустим, я смотрела это самое, как называется, интервью, и она рассказывала то, что мы обычно знакомимся, вот там к 3 часам дня надо подъехать, там полчаса они посидят, типа поболтают, и все, и в дело пошли. То есть, типа, там буквально. Это же не старые знакомые, правильно? Ну. Ты тоже, ты посмотри, есть такие, да так же в реальной жизни тоже бывает. Есть клубы, допустим, ты идешь один день в клуб и через два часа... А в клубе легко подцепить? И через 2 часа ты уже ее, так сказать, оприходовал. Не, а в клубе вообще легко подцепить? В качестве, в плане кого? Когда ты парень? Просто никогда в жизни не была в клубах, я даже не знаю, типа, как там. Ну, понимаешь, есть девчонки, которые хотят парня просто на одну ночь. Ну, типа, с парнем один раз и все. Ну, и типа, им не нужны отношения, им нужен... половой контакт, удовольствие. Они идут и 2 минуты там, ну сколько, ну 2 часа там в клубе тусят, выпивают там, подцепляют кента и все. И все. И потом, если кент не затупок, то он там ведет ее куда-то и потом начинается грязюка. А если кентик такой лайтовый, то он может вообще не выкупить, что его цепляют. А в качестве парня, ну парни тоже, если... Ты выкупаешь, ты видишь девочек таких сразу, то типа тоже на 1 минуту можешь словить ее и потом все. Так, вопросы? У меня уже есть такой ролик, если ты его не видел, то поняла, посмотри типа, ответ. Не да. Забывайте подписываться на мой канал, ну, клубы... ставить лайки, писать комментарии. Ну сейчас нежелательно ходить, коронавирус как минимум. Только из-за этого? Не, ну там контингент такой себе, знаешь. Там... бухают, смотря какой клуб, может что-то и потяжелее будет, так что пьяный кент он вообще себя не контролирует, а ты там маленькая... Там же опасно, особенно, прикинь, соло пойти, и тебя доебутся, ну, соло... тебя никто не спасет даже. Нет, там такого нету, что прям доебутся, типа. Ну, а если набухается и все? Нет, а смотря в какой клуб идти, ну, типа, если ты пойдешь в какой-то гендель, блядь, бар, то там, конечно, похуй всем, но если ты пойдешь в нормальный клуб какой-то там, ну, что там как минимум, ну... какой-то минимум дресс-код, и есть охрана. Там такого нет. Вот я был в клубе в Виннице, в Мадабаре. Я был еще лет 5 назад последний раз я там был. Я тебе говорю, я стоял на верхней стойке. Это было Иван... Не, это не Иван. Это август был. Мы бухали там. Я еще тогда на работе работал. И такой кент только начинает с кентом махаться, типа что-то выяснять отношения. Такой охрана подбегает за шкуру и нахуй. Выводит сразу. Слышишь? А если вот, смотри, в обычных там ТЦ везде-везде делают масочный режим. Ну, снова возвращают. В стриптиз-клубах тоже, типа, надо в маске быть? Я никогда не был в стриптиз-клубах. Я не знаю. Ну, типа, да, скорее всего, тоже. А ты хочешь в стрип-клуб сходить? Не, мне просто интересно, как у них там это работает. Мне кажется, это хуёво, типа, прикинь, девушка голая полностью танцует и в маске. Ладно. Голая полностью танцует и в маске? Ну да, масочный режим же. Ну, я бы сказал, это интересно выглядит. Ну, так, знаешь, загадочно. Загадочно, тебе так не пришел кажется? Пришел топ-1 практически в СНГ скиллзор по этому, по фалу. А он запустился, он запустился? Сказали, что все уже пускают. Че себе супчик какой-нибудь заказать, покушать? Ты хочешь поиграть? Я хочу, только сейчас я супчик закажу. Угу. Надо скиллзоры взять. Скиллз, с ним очень весело и классно. М? Скиллз! В стрипухе не фул голые, ну да. А ты не хочешь видос посмотреть? У тебя просили, типа... Видос-то? Я хочу посмотреть, сервера ли работают. Да нихуя не работают они, блядь.
Они нихуя не работают. Так. Не работают? Не, мне Кент летит. Мне сказали, что Жожа уже играет. Мне Кент летит типа, нахуй летит. Просто. Ну, может, еще не у всех. А, ты перезашел в игру? Ну да, вроде бы. Да, мне Кент чисто летит нахуй. Ай, блядь. А, нет, походу опять накрылись. Да наебали меня опять, суки. Я немножко изменила правила. Да, они опять не работают. Королик посмотрю. Бля, это тоже милая такая беленькая. Ну, это вообще пиздец. Ебать мне. Ну, слева вообще. Мы выберем самого сексуального парня. Ну да, она такая длинноногая, длинные волосы. Со всех ракурсов красивая. Да чё, мне вот это тоже интересно. Ну, мне первая больше понравилась. Вторая как-то немножечко попроще. Но это чисто мой вкус. Че, делим девчонок? Че, да правую, я левую? Ебать мой хуй, блядь! Это что было, блядь? Это переход. Да все, больше его не будет. Но только чуть-чуть будет. Недавно пришла Детройт. Убила там почти ну вот еще, потому, что такой будет. Не верила в... Ну где она сиськи расстегивает, это будет примерно восстание. Каждые 5 минут. В принципе, все. Какая у тебя концовка вышла? Я тоже играла. Провалили. Провалили? Угу. Все. А у тебя умерла ли? Она в Детройт она играла, слышишь, рассказывает. Я знаю, я видел такие видео, где кто-то и что-то играет, а... Да, 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 играет, а потом сзади подходит. А что-то Кентик делает, да. Нет, она-то вот уборщица, которая была типа маленькая девочка. А, девочка мне вообще изначально не понравилась, поэтому она умерла, когда они в автобус садились. Зарах пишет, все, я отошел со Зло-Зло играть. Да, я тоже пойду поиграю. На Драмунике, может, посмотреть. Чтобы она не умерла, потому что первый раз она у меня умерла, потом умерла Кэра, а потом я переиграла третий раз, они двое выжили. Я такая прям настойчиво за них топила и играла до конца, мне было супер интересно. Вот. Мне больше всего понравился первый персонаж. Первый персонаж. Детектив. Детектив, да, он был классный. А ты знаком со стримерами? Лично никого не знаю, но честно... У меня пацаны сами идут играть с ручными змеями этой прекрасной... Прекрасной девочки, блин. Я тоже иногда по вечерам смотрю нарезку, чтобы уснуть. Что? Какими змеями, в смысле? Ручными. А просто залипнуть, ни о чем не думать и засыпать. У меня, кстати, у меня была игрушка такая, змей резиновый. Вот, и я кидала на свою подружку, мне было лет 10, и она думала, что это живая змея, и пугалась. А вы еще общаетесь с подружкой? Mm-mm. Почему? Она больше со мной не дружит. Из-за змеи? Посмотрите, что нам подготовили, и какие там есть или из-за парни, чего? И выбрать самого красивого сексуального. Блядь, паскуда ебучая. Пускай нахуй не растебает. Я узнаю лицо. Да не, я просто приехала, поэтому перестали. Блин, печально. В КС? Да не, она была какая-то скучная. Насколько я знаю. Это как скучно? Это как скучно, Крис? Ну, я все время там что-то говорю, пойдем там в прятки поиграем, там еще что-то. Он такой, не, мне впало, знаешь, как будто идет уже 60, сидела в АФК всегда. Тебе это напрягало? Ну да, я такая активненькая. Ну все, смотри видос. Ты вот. Смущаешься, когда мы о тебе говорим? Нет, я просто я, как-то, принципе, ну, типа, руиним. Че такое? Кому руинишь? Ну, кому видос ты запустил, ты останавливаешь. Да, похуй, ебать, у нас человый стрим. Бля, да мы, нас нету, мы никуда не спешим с пацанами. Мы чисто, блядь, кайфуем, я не вижу, у меня пацаны никуда не спешат, блядь, мы чисто сидим, нахуй. Не переживай так. Такие прикольные фотки сделаны на картинге. Он такой прям, посмотри, какой я сексуальный. А у тебя кто? Мне кажется, он похож на Гитмана. Да, это он. Он играет в ретро-игры, кстати, его рубашка очень сильно напоминает ретро, потому что, мне кажется, в 2000-х годах. Так они будут говорить, кому они дадут или не дадут, да? Такая рубашка. А мы с тобой такой ролик не хочем снять, Крисой? Тебе он нравится? 5-10. Так это надо в реале встретиться, чтобы заснять такое. Можно по дискорду. Да не, это не то, ты чё? А ты в реале хочешь? Ну, мне нравится... Ну, такие ролики же надо записывать в реале, ты чё?
такие, знаешь, скулы мужские, и он... Ну да. Нравится в очки. Очки, очки, да. Чё ты улыбаешься? А почему бы и нет? Ставлю прям 8 из 10. Я же приеду в Москву, я, смотри, я скорее всего, советов, знаешь, как сделаю? Я сначала сам приеду в Москву вообще, ну, хочу просто увидеться со всеми в реале, познакомиться. Когда ты собираешься примерно или еще пока неизвестно? Ну, как только границы, хотя бы пустят Аэрофлот. Ну, типа, самолеты пустят. И после этого, я уже второй раз приеду с оператором, с техникой своей. И мы будем записывать какой-то охуенный контент. Я попрошу Рики Ди помочь со студией, я думаю, найти что-то. И все, и пойдет пиздец. Пойдет грязюка. Засадил сразу дух! Ну что, мы продолжаем. Будешь сниматься? Я возьму следующего. Ну, если я не буду стесняться, все зависит. Очень красивый парень, Кекс. Ты не будешь. Но у него классная собака. Че стесняться там, и сколько в Дискорде общаемся? Я обожаю собак. Я же не кусаюсь. Это же другая обстановка, атмосфера. Не, просто расслабленно себя чувствую. Неудачный учитель физкультуры, я бы его так назвала. Просто расслабленно, общаемся, чили. По-взрослому, старый, наверное. Ну... Я не текунья. Чат, как думаешь? Так себе. У меня Эвелон. Честно, вот у него яички, конечно, такие заманчивые, я бы... Шоколадные. Блядь, что она бы с ними сделала? Ну, блядь. У него достаточно жизнерадостная улыбка. Да она какая-то очень жесткая, это подруга слева, вот это Лоли, Лоли, что-то там такое. В смысле, слева? Да, она какая-то эмоции. Слева это Соло-Зола. Соло-Зола, да у нее каких-то эмоций вообще нет, она такая, я бы их ему пощекотала. Но с таким лицом, как будто чистая игра на камеру, нет никакого энтузиазма. Нет, оно такое. Но она, у нее энтузиазма ноль, как-то. Ну, у него заманчивые, я бы... Шоколадные яички. Ну, когда она лицом отвернется... Вот, ну, типа... вот это жест пощекотала бы, и потом очень глубокий вдох говорит о том, что это, типа, ну, какая-то ноль искренности, ноль желания. А может, наоборот, она представила и прям аж тяжело дышать стало. Вот так, если бы она сделала, то да. А так чисто, ну, бля, ноль искренности, ноль. Ну, у него достаточно жизнерадостная улыбка, мне это нравится, он выглядит весьма счастливым, наверное, из-за своих яичек. Опять то же движение, блин. Нет, не мой типаж. Да нет, ну, так судить это глупо. Вот, например, говорят, что если глаза опускаешь или отводишь, значит врешь. Ну, некоторые так говорят. Тогда человек не может сконцентрировать на тебе свой взор, когда что-то говорит серьезно и отводит глаза, это говорит о том, что он волнуется и типа, может врать, чтобы скрыть взгляд. Нет, а я не могу. Я не могу прям в глаза смотреть. Так мне неловко становится, все время отвожу глаза. То бишь, ты не смотришь в глаза? Я смотрю. Да, по ту сторону экрана. Вот даже час я отвожу, потому что, типа, ну не знаю, как... Глаза устают залипать, типа, в одну точку. А куда ты залипаешь, смотря на меня? Они у меня бегают, так знаешь, типа, тык-тык, там, влево в правый угол. Ну, кого мы выберем? Я думаю, очевидно, да? Окей. Навелона. Ребята, тут не будет банов. Идем дальше. Так, у меня... Блядь. Вау, какой брутальный. Так, Серега. Бери, кто у тебя? VLG против Hillplay. Блять, а где я, нахуй? Ну, кстати, не хуже. Блять, они все... Ну, да, все красивые, блять. Ну да, меня вурдалака хуй возьмут куда-то. У Дениса просто самый сексуальный... Ты чё? На Твиче, он... Что я? Такой брутальный, чё ты говоришь? Такой красивый. Он у меня уже был в прошлом ролике, но я выбрала... Просто не поместился в ролик. Но сейчас моё... Ой, ну в плане... Нет, типа, ну... Не из-за раз... Не из-за раз... Не из-за раз... Отдаю свой... У них было определенное количество слов. Сердечко Дениса. Ну ты понял, да, что я имела в виду? Да, Крис, я понял тебя. Как и все стримеры играют в видеоигры, это Хелье. Я теперь неловко.
Мне нравятся его брови. Крис, просто они хотели тебя во вторую часть ставить. Вот а я хотел ставить их раком. О, ну я вот это Сус сказал. Смотри, он как будто голливудский актер. Как тебе встреча с ребятами вообще в целом? Тебе понравилось? Злой. Да. Ты стримишь? Да. Злой, а скажи мне, пожалуйста, ты сильно расстроишься, если тебе надо будет на какое-то время скрыть видос? Ну, ему пизда будет. Ну, Злой, ты понимаешь, что сейчас обсуждается эта тема, что меня могут забанить... За эту хуйню? Ну, да, я просто решил не забить... Ты спросил? Я общаюсь сейчас по поводу этого. Ох, ёб твою мать, блядь. А что они говорят? Сейчас. Салам алейкум. Привет, Илюх. Парни, а у вас творческая студия грузит? Сейчас только у нас грузит только нас, Илюха, Эксайл. Нахуй ты дизлайк на видео поставил? Потому что меня его там нет. А нахуй ты там нужен? Не, подождите, я обсуждаю с админом Твича. Сейчас что он мне скажет? Ну я уже вырезал, Злой, я жду. Злой, ты когда ты научишься хотя бы мой ник правильно писать? Это пиздец это какой-то. Это специально, брат, это специально. Ты два раза написал Авилон неправильно, это нахуй. Это специально. А, специально, да? Ну, классно, красава. Что этот ролик был записан тогда, когда... Ну, ты сам знаешь, когда он был записан. Недели три назад. Я понимаю. Ну, я вырезал момент. Надо просто подождать немножко. Чуть-чуть. Ладно, вроде все хорошо, слышишь? Пишут, что все нормально. Я не думаю, что это может послужить проблемой, если вы данное слово не употребляли на стримах последние недели. Я сказал, все. Не, ну все. Все, заебись. Так на стримах, а в ролике там. Да ты тем, там парни, контекст. Там контекст. Русская студия работает? Это не важно. Работает, это не важно. У меня, блядь, не работает. Так подожди. Помнишь, Артур говорил, в каком контексте слово, которое, ну, запрещенное? И мне ничего вообще, никто не писал, ни запрещенного, ничего нет. Хотя он говорил его на фулах, ну типа полностью он сказал его. И в твоем случае, типа, ты говорил, что не в том контексте, но не в оскорбительной форме. Будь здоров, хоуми. Thank you very much. Крис Вейф, а ты где? Артур, я не вижу даже смысла это обсуждать, там думают иначе. Ну я понял, но если надо, я могу удалить его. Не надо, что не надо. Будь здоров. Иксайл, Илюха, ебать, сколько лет, сука, зим? Иксайл. А. Как, где ты пропадал, хоуми? Че, нигде не пропадал. Ты в Дискорд не заходишь. Как тебе призрак Цусимы? Охуенно. До сих пор играешь? Ну я же в Москву летал, поэтому у меня не было... 10-10, это мой фаворит. Что? Можешь передать Эвлону, что заявки на шоу не работают? В смысле? Файл. Без смысла нахуй. Крис, а ты чё молчишь? Да вы тут обсуждали, я поэтому. Ты чё, стесняешься? Бля, я эта хуета заработает, блядь. Не отвлекай, ты не отвлекаешь. Вази, смотри, какая лучше. Каким текстом, блядь, думаю. А что вы делаете, Илюх? Я ролик выкладываю. А какой? Вы карбатл сняли? Нет. Почему? Илья, мне вообще не нравится. Вообще карбатл не сняли? Типа как... я понял, Илюх. Да, прикольно. А почему вы не сняли, Илюх? Или это не на стриме? Заболел человек. Да, заболел, Слава. И потом у нас аренда прогорела. Ну, типа, ну, мы договорились на одно число и на другое, типа, мы хотели сдвинуть, и, типа, не получилось. Илюх, когда мы уже увидимся с тобой? Брат, как скажешь. Как скажу? Угу. Крис, Вай, пойдешь играть со мной файл? Сейчас я заказываю покушать. Ты еще не заказала?
Вадя, а ты не скачивал эту игру? Когда мы снимали ролик, быстро. Когда снимали? Три недели назад, дядь, мы снимали ролик. Три ролика у меня вышло. Когда первый ролик вышел, посмотри. Блять, я когда прыгаю, переворачиваюсь, как ебаная сосиска. Короче, чат, ты не смотрел ролик свой на стриме? Нет. Короче, чат, если кто-то будет смотреть ролик злого на стриме, пишите, чтобы они не смотрели его, пока не удалятся два момента. Они только в одном тайминге? Я не знаю, ты удалил? Да, я удалил. Надо подождать, пока творческая студия обработает. Я понимаю. А, это из-за тебя творческая студия не работает? Угу. Из-за меня? Да, я не могу ролик залить. Такое чувство, что у нас на одном аккаунте творческая студия, понял, блядь? Угу. Но я поставил на удаление. Вопрос Ваде. Можно было выделить определенную сумму за... Так, блядь. Идите в пизду своими шоу, блядь. Придете к нему, будете задавать, блядь. Или пускай он читает. Не так хуёво, Вадя, это пиздец. А как... Вадим. Сейчас. Крис, ты готова? Сейчас, я заказываю. Я первый бегу. Это изи просто. Бля, просто толкаются у шлепки. Ну что? Бля, нихуя себе. Блядство, ебаны, блядь! Тушканчики ебучие, блядь! Да сука ты, блядь! Батон нахуй! На скеле, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, резюка. Ой-ой-ой-ой-ой, не волнуйся. Бля, как же это напряжно, пизда. Что такое, Вадим? Да, блядь, ну что это за хуета, блядь? Ну, она думала, что ролик залит был 3 недели назад, а я ей написал, что ролик сейчас залили. Пиздец, блядь. Идите нахуй. Сука, как это невозможно пробежать, блядь? Может, ты нахуй пойдешь? Может, ты? Может, я? А как отталкивать типов? Блядь, Крисай, ты идешь? Да, у меня грусть. Зато на скиллухе, да, блядь? На скиллухе, блядь. Вадим, Злой, ты что делаешь? Скажи мне моменты, в которых это было. 9.28. Угу. Где ты, Крис? Да у меня грузится, обновляется Steam. Угу. Я жду тогда. Не, тогда одну еще катану. Не, играй. Ты вырезал вот эти все 6 секунд? Да, я 6 секунд, с 28 по 33. Что, Маш? Проходи эти сосиски на Shift и Space. На Shift и Space? Shift и Space? Вадя, я могу дропнуть его. Не надо. Она написала, что все вроде хорошо. А я сказал, что мы повлияли на это, как помогли, мы вырезали этот момент. Все остальное, типа, за Ютубом, чтобы Ютуб
вырезал. Все. По сути, мы. Она сказала, что все нормально. Скруджи, нет, брат, я только что играл первую игру, но пока что зависло. Я надеюсь, Вадя, все будет нормально, блядь. Какой проеб, конечно, я ебал нахуй. Я и забыл то, что мы, ну, типа, что такое есть. Злой любитель. Здорово, Скруджи. Злой любитель, блядь. Не вырезать моменты. А, да, злой. Да, блядь, за мной такие косяки есть, блядь. У меня с стартером тоже есть забавный момент. С адресом? Или с чем? Да. Тут никто не приходит, да? Нет, никто не приходит. Извини, Илья, я не хотел. Я его вырезал, кажись, тоже. Я сейчас зашла. Давай, давай, давай. А походу, слышишь, походу опять сироки легли. Сейчас я приглашу тебя, может для двоих не легли. Илюха, я к тебе, Москва? Заебок, хорошо время провели, правда. Мало. Не все сняли, что хотели. А что вы снимали? Там, ну типа, я себе один видос снял только. А сейчас какой выйдет? Сейчас про Fortnite. Какой Fortnite? Ты не знаешь, игра, что ли, набирающая популярность, сейчас скатившаяся в жопу мира? Подожди, а ты на основу или на Форт канал? На основу. Куда автора там тоже будет? Блять, вот мне интересно вот пацанов спросить. Вот есть, присоедините, кто Fortnite играет, вот, ну, типа, актуально. Да не, ты чё, блять. Мне просто интересно, вот никто не заметил ничего, блять, вот новое обновление вышло, никто ничего не заметил. Там что-то вышло? Да, там Илюху добавили. А-а-а, я вспомнил, Илюха! Илюха! Я вспомнил, что ты говорил, брат. А можно об этом сейчас говорить или нет? Блять, ну это в игре есть, дядь. А Мария спрашивает, не хотел бы я себе ник Авилон без циферок? А можно мне злой без N? Не, хотя уже не надо. Я теперь на всю жизнь клоун, поэтому, ну, типа, у тебя даже нет смысла. А ты что сегодня будешь делать на стриме, Вадим? А мне сегодня караоке на выбывание. А кто будет петь? Я сейчас собираю состав. Слава хотел попеть, но у него горло болит, так что он будет в жюри. Будем в жюри, будем выкидывать людей нахуй. Будем сегодня такими ёбками. Кто будет петь? А я сейчас описываю людей. Я типа пишу, хотите ртом поработать, все соглашаются сразу. Будь здоров. Будь здоров. Ой, мне кажется, кринжатина будет пиздец. Да, кринжатина будет пиздец. Я бы пил. Ты будешь с нами, Илюх? Хочешь навалить? Блять, я могу не успеть. Ну я просто, блять, я бы пел, но без вебки, нахуй. Илья. Если на меня смотрят... Почему? Илья, ну ты можешь выключить вебку во время пения, ничего страшного. Я не хочу петь, блять. Выключишь вебку во время пения, если тебе дискомфорт, то... Илюха, ты же хорошо поешь. Ебать, ты, кстати, охуенно поешь, я бы на твоем месте. Я же уже напишу, конечно. Я мапки хочу написать еще. Маркиз наваливает Тентасиона. Бля, злого хотел позвать, но злой съебывается, крыса. Ты ебать, ты долбоёб. Что? А чё у тебя завтра? Хантика надо звать 100%. Хантика, да, окей. Короче, мне... Чё спиздил, иди уже же, ты долбоёб, что ли? Я анонсил караоке, хуй знает когда, блять. Щенеме. Что, дайте песню, которую спеть прямо сейчас. Я анонсил караоке, хуй знает когда вообще. Давай, Илюх, навалишь кринжухи. Я не хочу навалить кринжухи. Йоу, хоуми. Я могу рэп зачитать. Я просто боюсь не успеть. Злой, ты уезжаешь же, да? Злой, ты же уезжаешь по-любому? Да, скорее всего, да. Может, не уеду, хуй знает. У меня самочувствие плохо. Ой, поворотный взгляд. Йоу, парень,
Тебя я напрягаю, мой парень, мой ствол в кармане, йоу. Что спеть? Давай ничего. Давай я спою, давай. Уж не надо. Давай я спою. Слышишь, злой, походу запустили, надо перезайти. Давай, Крис, своих попробуем. Но это не факт. А, у меня вылетело. Я просто ливнул с игры. Тупая, сука, будто пятикантром на мне мобильный костюм, это ганом, члены во рту, это вся моя банда. Я поебал, съебал ее задом. По-моему, не так было. А как? Не так было? Членом во рту, это вся моя банда. Членом во рту, блядь. Так, Эксель, просто завидуй злому. Давай, Илюха просто боится петь. Он такой очкошник, блин. О! Очкошник. Ебать, там по пантографу хуярит просто, блядь. Здоровый индиан. Ой. Извиняюсь. А что так? А так слышно? И просто телефон положила. Все, полетели, Золы. Плюс Моралич. Давай, 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 Крис. Давай, давай разъебем. Давай, давай. 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 Йоу. Давай. Йоу. Индианыч, ты как себя чувствуешь? Помни. Оби. What's up? А это, ну, люди все, ну, типа... Да, это все хоу. Ну, это не наши зрители. Будет круто, если тут потом по рангам будут делать. Нихуя было я бы прикольно, если бы это были челы, которые просто заходят на сервак. Ну, в смысле, это и есть просто челы. Ну, я бы хотел с фолловерами поиграть. Блять, у меня сука. Там будут, мне кажется, кастомные типа матчи. Ты где, Злой? Ты сзади? Я спереди, скорее всего. У меня чел запутался как-то. Это я тебя ёбнул, пинка. А, Найс меня... Козёл. Извини, ты прошла? Да. Молодец. Ебать, мы команда с тобой, правда? Команда мечты, Крис. Давай, полетели в второй раунд. Так, а скажите мне, пожалуйста. Давай. Ребята, что мне нужно скачать на Android, чтобы у меня выкладывалось... Что? Выкладывалось в инсту нормальные фотографии. В каком смысле, Вадим? А что не так с ними? Ну, блядь, фотографии в Инстаграме на Андроиде заливаются намного хуже, чем на айфонах. Это у чата. Они сжимаются. Это у чата спроси. Бравл Старс. Вот что-то пишет. Инстандер. Ой, бля, а что спасибо. Это? А я не знаю, тут походу... Это мячи, это мячики закидывают, да-да-да. Это мы к себе должны, да, их или как? Да. Один я закинул далеко. Давай, нам нужно их закинуть. Шаришь, Крис? Давай, давай, да. Не, чат гения сразу. О, надо желтый тащить. Почему? Потому что инста сделана под iOS. Бля, ребята, много вообще людей переходило с iOS на Android? А, ты знаешь то, что у них эксклюзив, типа, с айфоном, то, что у тебя качество режется в историях? Да. Сейчас я ебаный. Поэтому все блогеры, инста-блогеры с айфонами, потому что они вынуждены снимать. Да, да, я согласен, хоуми. Я полностью согласен с тобой, дюд. Спасибо, хоуми. Так, а как их подталкивать? Пробельчиком. А, на пробел? Только. На пробельчике, на правую кнопочку. Не, нам надо от синих. Ух, ебать, я закинул, нахуй. Ебать, ты гений. Желтому закинул, грязюки, блядь. Илюх, я хочу увидеться, хоуми. 4. Попарить кочаны, блядь. Что ты, хоуми? А как там их пацаны, Денис там и все? Вообще заебись. Чем они занимаются? Кулинарочкой, гасит кулинарочку. Угу. Хорошо. У них бабок постоянно нет, они типа...
Ну это нормально для начинающих видеоблогеров. Ну уже, уже хорошо, у них там какой-то прогресс намечается. Как... Алло, блядь. Нахуй мне в чате, блядь, писали, я же сказал, что я отошел, блядь, ничего не прочитал. Что вы сказали про Инстаграм? Я говорю то, что... В смысле, блядь, я пою. Apple эксклюзив с... Они. Желтый, желтый, выкидывай. Давай. Крис, давай. Ну, Илья, ты... У Apple эксклюзив с Инстаграмом, поэтому, типа, на других любых смартфонах режется качество. Мы прошли. Чё за хуйня, блядь? Вот а ты не знал об этом? Я тебе ранее, заранее этого говорил. Поэтому что... у всех инстаблогеров, у всех айфоны. Айфоны, да, потому что Xiaomi... Типа, сторис говняные, ну, они специально, типа, качество режут. Да, она пикселит. У Артура спроси по поводу качества. Артура, ну, Артура сказал... Подожди, у Артура сильно режет качество? Ну, более-менее. Не значит, что он заливает. Ну, просто по факту айфон не режет качество сторис. И когда на Xiaomi снимал сторис, мне писали, что я фул долбоёб, потому что у меня все пикселит. Да. Так, а ну окей, ну я зайду сейчас на сторис. Попробуй выложить сторис с айфона и потом выложить ту же самую сторис с андроида. Бля, ты меня расстроил сейчас, это пиздец. Подожди, а ты не знал этого? Я знал, но мне Артур сказал, что там есть какая-то штука, через которую можно выкладывать нормально. Бля, ебать, я шарики, сука, ловлю нахуй. Ебать, я чисто дырочный парень. Чисто в дырочку любую запрыгиваю, ебать. У нас уже 14 нашей команды, у нас красный затротчик. Да-да. Ебать, я дырочку, дырочки прыгаю классно, Крис Вейв. Крис Вейв. Красава. Бля, ебать, челуха, челуха. Опа, не понял. Ну он репостил, понял он сториз? Слушай, по-моему, да, хуже качество. Блять, это из-за тупок нахуй каменные. Ебать, я расстроен нахуй. Вот поэтому все, вот поэтому я и говорил, что iPhone только для блогеров. Типа нет смысла покупать нам Samsung. В Samsung круто стримить, это варик есть, да. Но типа инстастори пользование им 0, 0, 0, 0. Understand? Битрейт в сторисах видео на андроиде ниже, чем iOS. Стандартные приложения есть, неофициальные. Слушай, нахуй ты прыгаешь в кольца, которые уже люди запрыгнули? Блять, это золотое кольцо, оно мне надо! Здесь тут... Ять, сука, затупок ебучий! Че нет, блять, и у Дианы вроде такое качество. Какое? У Дианы iPhone. Я знаю, надо на компе, короче, посмотреть. Я сейчас зайду в Инстаграм. На компе. На компе будет видна разница. Так, Артур. А не хочешь поиграть с нами, Иксалли? Иди нахуй. И ты иди нахуй, понял, блядь? Башмак ебучий. Или мне прибежать в гости? Давай, побежал. Давай, побежал нахуй. Давай, блядь, прячься под кроватку нахуй. Блядь. У Дианы разве 11 iPhone, да? Я не знаю, хоуми. Не как знаю. Ты не знаешь, хоуми. Ты ее фанат, блядь, ебучий. Это... Нет, я не фанат ее, мы друзья. Говорит, просто. Говорит, я Райс скрыл, чтобы историю не смотреть. Сидел крыса, он блядь. Пиздит. Только у нее история выходит, он сразу заходит и смотрит, блядь. Он пиздобол. Сразу нахуй. И стоит, слушает, блядь. Ой, пиздобол, блядь, пиздобол, блядь. Я вот, например, вот я вижу 15 этих... Пиздобол. 15 историй Дианы Райс, я просматриваю их за 3 секунды примерно. Я ненавижу таких людей. Пиздобол на этом, на Вадиме. Ладно, Крис, давай. Да. Мы один забили уже. А если я shift на мяч сделаю? Опа, ебать, я обмансовал кентов. Давай, блядь, вратарь ебаный, блядь! Крис, куда ты бьешь? Да я не била, я споткнулась. Бля. Ебать, я засейвил, это дерьмо. Ой, блядь, давай.
Бля, ебать охуенный футбол, слышишь? Мне вообще заходит, я не знаю. А можно... А, ты сука, О, найс. Еще один. Ну все, это чисто будет. О, ебать. Мансую, блядь, бомж... В защиту уходи. Давай, давай, брат, давай. Оп, блядь, сука. Давай, давай, пончик. Нам забили. Бля. Блядь. Где мяч? Я бегу туда. Я бегу туда. Давай, давай, я на пасе, я на пасе. Ай! Блядь. Нормально. Блядь, ну ёбак, блядь! Ебать! Блядь, мне грязюка. Орёшь, животные, блядь. Я играю, блядь, зайди сюда, нахуй, сам, блядь, поиграй, я посмотрю на тебя. Он сейчас желтый забьет, слышишь? Сука, блядь. Бля, нет, укатит. Блядь! Нет, блядь! Ай! Поросята, нет! Ёбаный, блядь! Салам алейкум, друзья. Ку, Костяныч. Здорово. Ты долго готовился, чтобы сказать привет? Я... Мы с вами просто, спеш... блядь, рыгачка и шла я изо рта. Я просто слышал, ты рыгнул, а потом такой... Я замутился и рыгал дальше. Как дела, Костыч? Заебись. Ничего нового. Ты можешь выебать кого-то? Блядь, ебать, он закинул мяч. Пиздец. Все, мы проиграли, походу, слышишь? Бля. Не проиграли. Ну вот. Вели 2-0, отсосали 3-2. Пиздец. Иксаль! Ебать в ложки. Просто пососали. Вадим, что там с роликом, Вадим? Вадим. Да. Что они тебе говорят? Сейчас, тихо, слушаю. Вливаем, Крис? Да. Так, все, сейчас я, короче, две истории залью. Одну на Samsung, другую на Android. Слышишь, а ты ролик вчера снимал, ты когда его дропнешь? А, я когда его дропну? Ну, в течение нескольких дней. Drop the bass. Дром, я ливнул. Да. Илюх, не хочешь с нами? Не, братик, я говорю, я ролик укладываю, потом я уезжаю на велосипеде кататься. Бля, охуеть. Бля. А кого пригласить? Мапки. А ты на где? На Бимиксе. Как ты подписан? Я в Фолгайсах. Как подписан? Дое. Как? Дуе. Дуе. Крис, у тебя он есть, друзья? Не, вроде нет. Drop the bass! Бля, тут мамки никого в друзьях нет, что за хуйня? Я ебал твой рот, у меня есть чел, блядь, это ты? Ну так-то я ебал, но это не я. Как ты подписан, хоуми, дай. Сейчас, подожди. Дай заявку какую-то резючную. Добавить друга. Мильпапс, жу-жу-жу, жу-жу-жу. Мильпапс, так вкусно, ням-ням-ням. Ты видел видосы в ТикТоке, какие кринжовые под эту музыку, песни? Ты, блядь, добавить меня можешь, Кентик? Не могу. Не можешь? Я зараз в свой Steam зайду просто. Заебусь. Пойдем пока одну еще сыграем. Давайте по фасту газуйте. Охуеть. Это просто на пиздец. А что это было? Это ну, как будто это трейлера, блядь, трансформеров, нахуй. А что это было, блядь? А что это было? Микрофон подвинул. Ну вот я о том же, знаешь, звуки, это которые вставляют в трейлеры, которые так... Ты микрофон подвинула к себе. Еще раз можешь подвинуть? Я могу сделать вот так сейчас. А меня можешь подвинуть к себе? Сам подвинься. Это пиздец. Охуеть, я говорю. А все, он походу. Ебать, блядь! Что это, блядь? Это какой-то фильм ужасов, что ли? Я говорю, это знаешь? Блядь! Это, блядь, трейлер. Завали, пожалуйста. Зайди в трейлер Годзиллы, там такие же звуки, блядь. Ебать, я на очке, блядь. Типа, знаешь, когда такое, типа, тишина, и потом такой звук.
А прикиньте, каково моим родителям, когда такое в час ночи. Просто поддвигаю. А походу опять Сереги или где? Сейчас еще раз попробую. Ну пригласите меня как раз. Блин, а мне интересно, а как это звучит на стриме? Потому что у меня это прям звонкий звук. Мильпапс, муруру, фарирам. А где ты? Я не вижу тебя, блядь. Я бачу лебедя, пригласил. А как ты подписан? Скажи, ты в невидимке, блядь, сидишь? Я Эвил Артас. А, все, понял, пригласил. О, сейчас подойду. Пригласил, пригласил. С вами давайте пробелыч. На пробелыч. Пробелыч, Крис Вивич. Крис Вивич. Крис Вивич. Крис Вивич. Бля, кентиков каких-то купить. А че мне не пишет ваши имена? А где Крис Вивич? Крис Вивич. А где она? Отошла куда-то. Пососать мой член, надеюсь. Ой, дядь, куда там нахуй, блядь, свой пенис, блядь? Little пенис, блядь. Не понял, злой, ты что, претендуешь тоже? На твой пенис? Нет, на нее. В смысле претендую? Я не претендую, дядь, я забираю, нахуй, по своему желанию. Куда ты там забираешь, нахуй? Это должно быть обоюдное желание. Кристина меня хочет. Что? Она сейчас придет, мы сейчас спросим. Спроси. Ее батя мой стрим смотрит, что ты на это ответишь? Здорово. Крис. Если что, это шутки, батя, блядь, не приезжай. Я тут. Давайте. А чё вы ржачи? Ебать, порвала нахуй. Блядь. Да, я настоящий, ребят. Крис Вайер, кого ты выберешь, меня или Костыча? А где вы ржете? Отвечай на вопрос. А что, я должна кого-то выбирать? Ну, потому что втроем я не хочу. Захочешь. Ой, нихуя. Без злого еще одну девчонку какую-нибудь. Что ты на это скажешь, Крис? Вы что, весишь, чтобы вас выбирать? Чего, пап? О, привет, спасибо, Сава. Саварой, за сапки, спасибо, кум. Как это звучит интересно? Через трубу вам буду сейчас дуть микрофон. Че отец говорит, Крис? А чё было? Ну, я говорю, что типа Крис Вайв красивая, а Костыч говорит, что она тебя претендует. А я говорю, я тоже претендую. И ну, Костыч почему? Говорит, что она сейчас придет, и мы спросим. А почему про папу пишут? Я сказал, отец Крис Вайв смотрит наш стрим. И он сказал... А, есть такое. И он чё, говорит... Пап? Чё, Хомяк Иванович, пойдёшь? Магазин? А ты смотришь сейчас злого? На фоне там что-нибудь. Ты смотришь? На фоне нахуй. Пацаны, кто злого на фоне смотрит, позвоните. Костя ехать уже. Давай через 10 минут. Давай. А вы что думали, я шутила, что ли, когда говорила, что он всех смотрит? Бинжа. Бля, удали ему твич, пожалуйста. Пробел нажми. Я бы раньше палила по чату, типа, по зрителям, а сейчас он начал из аккаунта выходить. Мильпапс, жу-жу-жу, парирам. Неожиданно. Мне как-то стало немножечко не по себе. Да не, он говорит злой, что, типа, он тебя смотрит, потому что ты такой простой, типа, веселый, крутой чувак. Такой, знаешь, свой в доску. Оу. И кого он еще смотрит? Тебя не смотрит. Тебя, Костыч. Не-не-не. Он смотрит Авилона. Смотрит. Не меня, пожалуйста. Нет, смотрит тебя, Костыч, когда особенно тебе рейд кидают. Ну, допустим, он смотрел Квихантика, он тебе кинул рейд или я. Он тебя смотрит. Смотрит Злова, смотрит Авилона, смотрит Дину, когда всякие шоу. Смотрит Ариньян. Кого он еще? С Диму Ликса смотрит.
Зять не нужен? Бустера смотрит. Мне теперь страшно вести прямую трансляцию. Зять не нужен, Крисвей? Не знаю. Зло, я как бы... Что ты? Я там нахожусь. Что, где ты находишься? Ты старый хуй, тебе сока. В смысле, у меня уже преимущество. Старый, это не значит, что это плохо. Ой, дядь, да я опытный в Ростоне. Ты куда летишь? Не, наоборот. Какой ты опытный, нахуй? Что-что, Крис? Ничего. Что ты сказал? Мы будем с Кристиной познавать всю житуху вместе. А я Кристине открою новый мир в новую житуху, понял, блядь? Двери какую кринжовую, нахуй, грязюку покажу свою маленькую. Это там целое болото, блядь. Так, не забывайте, что есть помимо нас еще. А мы ничего такого не говорим. Мне еще в магазин идти. Там на фоне забей, ничего не слышно. Эй, батя, здорово! Наоборот, он не смотрит, он слушает. Блядь, как... Если он придет поздороваться со мной, тогда я буду счастлив. Хочешь? Давай. Сейчас. Он Костя... Костич, только не слейся, потому что будет неловко, если я его позову, и ты отойдешь. Не-не, я вот тут сижу. Давай, сейчас. Бля, ебать, кринжа навалит. Я пошел нахуй, пизду все, пока. Он разговаривает по телефону, сказал попозже. Понял. А чё ты его, а зачем ты его перемещаешь? Это было бы очень некрасиво, злой, с твоей стороны. Нет, я ничего не перемещаю. Ты бы сразу выбыл. В смысле выбил? Выбыл. В смысле выбил в нашей гонке за тебя? Какая гонка, чел? Я уже на первом месте. Сзади, блядь. Злой, хочешь вопрос? Смотри, ты стоишь в гонке. Ну да, смотри, короче, ты едешь в гонке, и ты обгоняешь третьего человека. С каким ты становишься? Еще раз. Ты в гонке. Ты едешь, обгоняешь третьего человека. Каким ты становишься? А я на каком месте еду? Ты обгоняешь третьего человека. Каким ты становишься, блядь? Третьим, Пак. Если ты его обогнал. Ну да подожди ты нам. Третьим, потому что я ехал четвертым, по сути. Ну не вторым. Ну я затупила, я сначала думала четвертым, почему. Ой, короче, у меня сначала затупок был, надо было подумать. Хорошо, Ефим. Бля, чат, я так люблю вас, чат, вы такие классные. Тут иглы. Крис, ты в доту играешь? Да. Пока, блядь, мы летим нахуй. И ждем. Бля, серваки, конечно. Хочешь в доту, пойдем злой? Ой, я в доту очень давно не играл. Меня не зовут, давай. Пизда. Так, ну, Костич, ты идет, уже да? Проебал, да. Костич, по дороге. Проебался. Я, короче, меня раз Кристина позвала играть в доту, я ее заигнорил. Вот он, вот. Да, он меня один раз игнорил, а я его больше не звала. Представляете, а ты в доту играешь? Ну так, иногда. А какой, сука, ММР? Давай не будем. Ну сколько? Давай не будем. А ты в курсе, что в доте? Сейчас я... Что в доте? В доте очень низкий ММР, по ценам аккаунты продают такой же, как там 4-5к. Я знаю, да, потому что зачем потеть? Вот поэтому я хотела заработать и сливала. А вы, ты в кейсе шаришь? Ну, вряд ли кто-то шарит, блядь. Я могу еще предложить способ заработка. Какой? Какой? Да. Давай. На завод. На завод? Угу. Чё, буду там мешки грузить? Нет. Сортировать конфеты. По фантикам. А что, это не роботы делают? Нет. Это люди заворачивают конфеты? Да. А вы что, не знали? Ты ёбнешься. Блядь, меня Костыч не перестает удивлять всю эту жизнь. Бля, злой, давайте. Когда увидимся? Я скучал. Я уезжаю после стрима сразу, хуму. Я что, хотел бы плата? Тоже остаться. Может, не пойду, не поеду, может, не плата? Знаю. Ну ты ненадолго, да? До утра, я утром приеду. Может, в доту? До завтра.
В доту? Может, в доту. Сейчас я хочу кого-то поставить. Какая дота? Бля, чисто, вот так чисто интересно. Если я на вот этих типов поставлю... В доту 1-1, злой. На пуджах. На СФ-ах. На СФ-ах с тобой, крошка? И как там? The... За ну, вот эти. Да-да-да. Мы еще паузу будем ставить, что там этот троллинг вроде какой-то, просто не шарю, я в ТикТоке видела. Короче, надо поставить паузу, когда течка долетает к смерти. Идеальная пауза. Блять, это очень сложно. Давай. Она через 3 секунды ставится или нет? Я не помню. Именно в лобби. Блять, подожди, мне надо поставить на красаве, на кого-то, потому что мне надо выиграть деньги, блять. Надеюсь, у меня уже ставится. О. Пацаны, кто выиграл денег, присоедините. Элит, блядь, есть и поставлю. Мне так нравится это говорить. На Албоезов поставлю. Авизов тоже 1000 поставлю. Ну, блядь, конечно, по 160 рублей поднимать такое, но все же лучше, чем нихуя. Ну, по факту, лучше, чем нихуя. Согласен. 1 рубль нахуй. Пацаны, промокод злой. При... Если будете заходить ставить, промокод злой, нажимайте, ставьте, нахуй, поднимайте монет. Блядь, а Вадим улетел и нихуя не сказал по ролику. Можно, он уже 60 000 набрал. Ёбнулся, блядь. За 3 часа 60 000 это ёбнуться. Какой битрейт? Нормальный у меня? А что? В смысле, какой битрейт? А что с битрейтом не так? Бля, мы до сих пор летим? Ну, сука, я так хочу поиграть в эту игру. На все, походу, сегодня будет. А ну еще раз пробел нажмите. Сейчас я чекну остальных людей. Может, кто-то играет. Я на Авизов еще 1000 ставлю и поставлю 1000. Меня все летят в помойку. 1000 на проеб поставлю на... Бля, вот этих вообще не знаю команд. На Рейнджерсов поставлю 1000, посмотрим тоже, что получится. В дотку. Мельпопс, жу-жу-жу. Че, пацаны, на другом канале, в доту по-другому. Кейсвайвер, а когда ТикТок еще будет? Да я хотела сегодня заснять, а что-то как-то... Покушаю, засниму, наверное. А что будет? Что будет? Мне интересно. Танцули. Да это самое тупое на лейке. Вот все, что можно делать, это вот не прилагать никаких усилий и все. Просто монтировать, там что-то какие-то крутые делать видосы, это надо время, чтобы разобраться. Я сидела, что-то там копошилась. Но пока что я фильтры, знаешь, как такие, типа, чилы накладываю, там 3D, размытие какое-то уродское. Ну, это лучше делать не в самом ТикТоке, а в монтаже. Да, я поняла уже. Бля, я хочу поиграть в эту игру. Пиздец, мне давай так было зашла. Не, в доту, ну и он нахуй. Ну ладно, тогда я ливаю. Ты ливаешь? Ну, из игры. Почему? Так она не загрузится, слой. Мы уже сидим 2 Game часа. Doesn't work. Fucking dog shit. Зачем рисковать, если можно просто... Хочешь Fortnite, или ты его не обновил? Ой, блядь, мы тогда... Ты когда... его обновлял? Не, там же плюс обнова вышло. А, блин, ты долго будешь. Я не успею просто физически. А в доту почему не хочешь? Я давно не играл очень. Да я сейчас просто очень такой, знаешь, вялый в плане вообще головы. А что, мы на расслабончике, ты чё? О, видос Илюхи вышел. Можно посмотреть. Ой, бляха. Слился? Кто слился? Я? Походу, я как-то не так в доту зову. Типа, вот я сначала Костя сейчас звала, он слился, теперь ты. Не, Крис, давай сыграем с тобой обязательно. Хочешь? Хочу. Вечером, допустим. Как-то мы выберем хорошо, день давай. И сыграем. Я, кстати, с Олей играла в доту. Да, короче, если мы... Я тебе да. Выберу, тогда ты. Да. И как тебе? Мне понравилось, она хорошо играет. С ней было весело. Она учила тебя играть? С кем нет, ты играла? Нет, я умею. А? С кем ты играла? С Фруктоской. Я тоже играл. Я тоже играл раз. Походу она все поиграли, кроме Злого. Не, Злой, не ты играл. Общаешься еще с ней? Нет. Нет. Все, пизда, рулю. Она написала мне. Я, короче, захожу в Инстаграм, и там просто у Фруктоски миллион историй, там, где она отвечает на свои ответы. Ебать я ее в жопу. Ебать, блядь. В смысле на свои ответы? На вопрос. Ну, она написала, приеду ли я, и сказала, да, приеду в Питер. Вы в Питере будете встречаться? Ну, типа, я в априори от того, независимо будем, приедет ли она, я все равно приеду в Питер. Потому что в Питере очень много друзей, я хочу увидеться со всеми в Питере. Кентоу.
Да, очень много кентов. И типа, как выйдет, я приеду и скажу ей, что я вот такие-то числа еду в Питер. Если она типа согласится, то окей. Шаришь? Не в Москву потом поеду. Поэтому... Ну знаешь, лучше пригласить ее по-человечески, чем сказать, если хочешь, подъезжай. Мне когда-то говорят... Если по-человечески. Ебать, она тебя попустила сейчас. Нет, нет, я имею в виду, это может я какая-то хуёвая, типа, но когда мне говорят, если хочешь, подъезжай, мне кажется, что человек не особо хочет, это такой, типа, знаешь, ради приличия, но если хочешь, подъезжай, но мне похуй, типа, знаешь, вот так. Не, если похуй, то не зовут никогда никого. Не, ну это... Подъезжай, пожалуйста, будь я тебе просто... Ну, подожди. Мне просто сказать, давай встретимся, да, а не если смотри. Хочешь, подъезжай. Я просто как, я не еду в Питер... Чтобы только увидеться с Олей. Типа, потому что у меня ты нету кто? Такого. Типа, что Оля, давай мы снимем вместе дом, вместе с тобой будем целыми днями гулять, ходить. Нет, я не хочу так. Я, конечно, с ней хочу увидеться, но я скажи, хочу давай увидеться пересечемся и все. Нет, это будет круто. Давай пересечемся, подъезжаешь к ней на эконом Яндекс такси, кидаешь ее в машину. И кидаю палку, да? Едете в отель, заказываете якиторию, хаваете, потом фильмец, потом по набережной. Потом гандон. Ой, Костич, вот сразу видно, кто тут девственник. Одно такое башко. Ебать, схавал! Ебать, она тебя убрала, Вася, я ебу. Блядь. Я схаваю. Охуеть. И такая ну что я схавал бы, пизда, тихо. И просто все замолчали. Это я сейчас девочку по жопе хлопаю. А вы не верите мне. Это по звуку, как доска какая. Ну, как ты. Я его не обижаю. О, батя, спасибо! Батя, лучший в мире заработай! Извинись перед батей. А это батя зашел и тебя почему Костыча обижаешь? Да. Я не продолжил, я имею в виду, смотри. Я типа... Как хочу. Я хочу... Скорее всего, я просто сниму хату себе там или квартиру, чтобы никого не напрягать, чтобы не жить ни у кого. Ебать, просто батя красава, я люблю свободу. И скажу типа, Оля, я буду в таких-то числах. Если есть желание увидеться, можешь приехать. Ну вот, это фраза, если есть желание. Вот. Подожди, а если нет желания, типа, камон. Я, короче, этот тоже один раз так пригласил, говорю, можно как-нибудь сходить, и все, и тишина последняя, нахуй. Надо ну, сразу говорить, нахуй. Потому что это фигово. А как? Нет, ну, блядь. Время. Давай встретимся. А если она не захочет, она скажет нет, и сольется. А если она хочет, она сразу пойдет, понимаешь? Ну, типа, вот говорить, если хочешь, подъезжай. Ну это типа, не знаю. Мы девочки, у нас по-другому в башке, да понимаешь? Да нет, я не... Да-да-да. Ну смотри, по твоим... Если хочешь, подъезжай, подразумевается то, что... Типа, давай встретимся, давай вместе, давай все то. Я не хочу, типа, full day провести, ну, все дни в Питере. Давай, типа. Так вот, смотри, давай пересечемся. То есть это не значит, что вы будете гулять, но значит, что ты хочешь увидеться. Понимаешь? Давай пересечемся. А как? Ну, подожди. Это универсальная фраза, просто она... То просто, ты просто меняешь фразы, ты пошаришь. Нет, так, когда ты меняешь фразу, меняется смысл. Типа, если есть желание, можем встретиться, увидеться и пообщаться. Типа, чё ну, в этом? Ну, если почему есть желание. Почему пересечься, это просто пересечься и уйти по разным сторонам, а я... Хитрый хуй. Ну ладно, как хочешь. Если есть желание... Если хочешь, подъезжай. И всё, не, если хочешь. Точно пропадёт. Бля, не понимаю, что в этом такого, если типа, ну, я под этими фразами не сильно так подразумеваю какие-то факты. Ну, если хочешь, подъезжай. Почему бы и нет? Я не против, чтобы ты приехал. Сложнее у некоторых. Я не знаю, как тут скажи, я говорю. Не члена пенис, то уже подумают, что ты какой-то француз, блядь. Ебать мой хуй, блядь. Ну, серьезно. Я имею вот это, так меняется словосочетание, меняют ты вообще сказать, полностью. Пойдем похаваем. Всем алоу, берем кентол, недолго будет, едем в караоке. Ну просто да, давай ну, похаваем. Ну я типа, конечно, я думаю, увидимся. Я хочу, у меня очень много друзей в Питере, еще со времен Ютуба, я хочу со всеми увидеться. И типа такие, йоу, хеллоу, кентол.
Я помню, как мы с тобой в GTA познакомились. А, первый раз? Да. Я тоже помню. Прекрасно, Мих, как ты меня кинула. Я хотел тебя поцеловать, а ты хотел меня изнасиловать. Нихуя, нет, нет, нет. Давай не будем, давай не будем. Нет, это ты так восприняла информацию. Нет, это ты... нет. Если я достал пенис, это не значит, что я тебя сейчас буду трахать. Может, ты хотел пописать? Давай напишем со своими дружками. Я сам приехал, потом твой батя приехал, потом какой-то Кент приехал. Да не батя, это Фекси приехал. Я чуть ему ебальник не снес, нахуй, если бы не его бронежилет, блядь. Кто приехал? Фекси приехал. Пенис, блядь, приехал какой-то, блядь, каблучок, нахуй, блядь, решил повыебываться, ему чуть ебальник не набил там. Костыч, мы играли в GTA, мы со Злым не были знакомы, он там что-то стримил, вот. И мы когда пересеклись так, что он меня где-то украл, там, завез к себе домой, хотелось... Какое украл? Какое домой? Ты меня путаешь с каким-то другим кентом, никогда в жизни меня не хотел. Меня больше никто не затаскивал так. Я домой тебя не тащил, мы были возле обсерватории, и ты сама согласилась, я еще твоего деда просил. Чего? Какой-то дед был, я говорю, дед, блядь, можно я с малыхой? Дед еще был. Я говорю... Он тебя вообще-то не разрешил. Он разрешил, он говорит, только в целости и сохранности. Я говорю, дед, ебать, все нормально будет. По красоте еду с этой малышкой, нормально общаюсь, щилю. Подъезжает какой-то Кент. Послушайте. Вы знаете, как он нормально общается? Нихуя, нихуя, я вежлив. Подъезжает какой-то Кент, она ему затирает, типа, он хочет меня выебать. У меня такие глаза, говорю, Кент, типа, такой Деми не было. Подъезжает этот дед, начинает меня душить втроем, блядь. Я хотел просто познакомиться, блядь, а потом... Потом мы начали перестрелку, я проебал, потому что в чела был броник, блядь, у меня один автомат, он, бедняга, не мог нихуя сделать, блядь, вообще, еле попадал, блядь, руки трусились, блядь, как у девочки. Но потом я все равно Крис Вейв настигнул, блядь, и немножечко под хвостик как-то насыпал ей грязюки, блядь, чтобы она понимала, с кем имеет дело. Да, Крис Вейв, да, не надо тут так говорить. Злой, ты в селе с кого-то по пури-парирам? А тебя ебет нахуй, что ли, блядь? Ну да, я ж твой друг. Блять, ну это справедливо, блядь. И еще 5000 друзей. Еще 5000 друзей, блядь. Ну, я себе нормально там развлекся, блядь. Так сказать, little baby, little dick выгулял, нахуй. Все нормально. Все нормально. Lil dick, точнее. Так, в смысле, ты что, там с мужиками в бассейне плавал? Да, так, это так сказать, кстати. Так, я такой парень, что как бы многое не снимаю. А, ну все, можешь не продолжать, да. Ну да. Много я не снимаю. У тебя по 100 историй за день. В смысле ББ? В смысле ББ? Ванюк положил мне цветы на стол просто, пиздец. Да, ребят, я жду мемы. Я что, не так что-то сделал, Крис? Чего ББ это не могу? Вырезайте клипы чисто это. С этого момента. А что? Чего? Бля, я Крис Вейв, слышишь? Острога и Генсуха встречаются? Да, все, ладно, нормально, давай. Я поняла, почему он слила Десау и Генсуха, чтобы со Строго замутить. Боже, посмотри на меня. Ебать, ты 200 IQ. Спасибо. Боже мой, блядь. Приезжайте ко мне жить, Наталья, пожалуйста. Но они подходят друг другу. Ну... Но ой, блядь, у меня есть одна такая. Какая? А что если на той фотографии был не Десау, а Строго? На какой? Оу! Кучпок. Что такое, Крис? Ничего. Почему Наталья? Да, они даже не смотрят. Я знаю, что это фейк, но это как, не знаю, брат с сестрой какой-то. Степ-систер, нормально. Ну, блядь, ну я бы не сказал, что они смотрят. А вот мы с Крис Вейв охуенно смотримся. Костя с Крис Вейв хуёво бы смотрел, а я вот... Сейчас я батю позову, мы у него спросим, кстати. Если Кристина не хочет отвечать. В смысле? Ну, кто лучше, я или Злой? В смысле, Кристина свою голову имеет? А ты что, с моим батей встречаться будешь? Ну, давай, удачи, Костя, нахуй. Говорит, уже пофиг на мне. Это как раньше, ты должен спросить у бати, бля, твою руку, лица, или как там говорить? Сердце. Сердце, как, я забываю. Вообще, мне в магаз надо идти. В магаз? Да. Хочешь, с тобой схожу? Я с папой иду. Ох, блядь, там чел всрался. Руку лица надо спросить? Тут Оля в чате, давай, как мы репетировали. Оля, привет, Ольга. Давай. Когда ты будешь в Питере? Не забыл. В смысле, она там прибывает, не? Тихо.
Оль! Оль, заходи в Дискорд, тут будут важные дела. Оль, можешь зайти к нам в Дискорд, если... У нас духу... очень серьезный разговор. Если духу хватит. У меня важный вопрос, если кто лучше, я или злой. Ну, насчет... Господи, Косыч, давай потом. Косыч, блядь, куда ты лезешь, сука, блядь, свои лысины, ебаный снич, блядь. Боеголовка, блядь, деревенская. Оля! Да. Оля, привет. Привет. Давай, злой, говори. Как дела? Все как репетировали. Давай. В смысле, кто репетировал, блядь? А тебе что, актер, что ли? Ну вы же там что-то репетировали. Не-не-не, я пошутила. А ты в Питере? Нет, я там 12 буду. А на сколько ты приедешь? На дней 10. А потом? Потом обратно. Ой, и думать, приезжать надо. Ну, давай. Когда я... Мы сейчас наблюдаем. Вот закрывайте пиздаки, блядь. Я не разумею ничего. А чего вы общаетесь? Ты нас не слышишь. Пересечёмся, йоу, когда нас я приеду. Нет, Оль. Только... Нас тут нет, только ты и злой. Да. Она замутилась. Не-не, это... Всё, походу, не успели. Что такое? Всё, походу, зло, не успели. Слышь мужской голос? А, там Кен? У меня? У тебя мужской голос на фоне. Я понял, блядь, все. Это не у меня. Сушите весла, я хуею, блядь. Я понял. Ну и ладно. Зато ты теперь знаешь как, можешь там к другой. Да, блядь, я там как у спичка в банте буду. Ну его нахуй, блядь. Я понял, блядь. Я понял, блядь, все, откат. Ну, ну, понятно. Пропал, нахуй, все, блядь, все. Не пересечу. Значит, все было не по-настоящему. Я понял, блядь. Shit happened. Я так всю уверенность свою вклал в эти слова последние. Всю уверенность. Пересечемся, йоу! Йоу! Это все уверенность? Ты сказала йоу! Это ты сказала пересечемся? Пересечемся, йоу? А, конечно, пересечемся, йоу. А, так это он еще согласился. Чего ты забыл? Ой. Получается, она еще сама позвала? Ты меня сама позвала? А что у тебя за кент на хаосе? Да где я? Включи камеру. У тебя под столом сейчас. Да нет у меня сейчас никого. Алло, Кент! Вареники хавает, сидит. А он твою стрипню там хуячит, да? Да кто? Кто? Еще улыбается. Она вебку включила? Да нет, слышно же по губам. Да я слышу, да, тоже по зубам. Скрежет зубов нахуй, от улыбки идет. Вы че меня душите? Оля, я бы хотел, чтобы ты меня задушила сверху. Давай, давай, не кашляй. Опа, Артур, передай мне горло. Походу, не только в нём. Готовь свою жопу, пора ехать. Пора ехать уже? Давно пора ехать. А куда вы? А, туда, точняк. Ну сейчас поедем, я играю. А есть что-то кушать? Нет, я ждал нахуй 2 дня, блядь, чтобы это дерьмо поиграть, блядь. Чего вас так много? Я не знаю, мы с кентами, блядь, мы еще с девчонками. Нам ехать пора уже, времени трындец, мы должны были час назад выехать. Да? Тебе еще собираться полчаса. А что мне, ну, блядь, накраситься, трусы? Вот это все. Трусы, носки, блядь. Трусы, носки. А что, мы никого с собой не берем? Кого? Не, никого. Ни девчонок. Да, не надо. У нас там банька, бассейн, банька, вообще по кайфу, мясо. А ты деду говорил? Да, я тортик уже купил. Можно с вами? Ну сейчас я закончу и поеду. Я тоже хочу в баньку. Я жду. Так что, прям сейчас, блядь? Да. Иди давай нахуй, я себе успею, блядь, закончить. Сейчас пойдем, блядь. А что брать с собой? Трусы, носки? Для басика только что-нибудь и все. А я в басик не пойду. Че? Да я накупался, блядь, в этом, в Черновцах. Трусов сменных нет просто. Ну ты крыса. Да, давай, я сейчас закончу через 10 минут. Пиздец. Я уезжаю в деревню. Олечка. Определись, Зой. Что такое? А что я сказал? У тебя ноль шансов. У меня всегда есть шансы. Так куда? Ты что, не веришь, что ли, девочка? Нет. Думаешь, у меня нет шансов?
На полшишечки. На мои полшишечки. Разумело. Блять, победите изображением на экране. Ну что, Ска, вообще-то ты должна злого добиваться. Чего? Это по кто факту такой сказал? Я. Ага, я понял, блядь. Я за друга, нахуй. Ну так, все ясно, понятно, сами. Блядь, а что происходит? Что за вишенки? Я отойду. Ищите совпадение, написано. Блядь, ебать мой хуй, я чуть не обоссался. Блядь, а что делать нахуй? Я не понимаю! Тебе надо запоминать, потом прыгать туда, что покажет на экране. Да я не ебу, я за всеми иду чисто. Бля, чуть не упал. Оля. Оля. Да, на Артур. Да. Как дела у тебя? Чем занимаешься? Как диплом? Да нормально. Все отлично. Получила. Получила? Угу. Кто сказал, ты в Питер? Да, погнали. А ты в Питер когда? Границы закрыты у нас. Серьезно? До сих пор, да. Уже можно ехать вроде. Машиной. Машиной? Угу. Ну да, блядь. Машиной. Я хочу тебя... Крис, а ты ушла уже? Крис Вайф. В смысле, надо ты шла. Хочешь меня злой, ты чё, охуел? Тебя? Костыч? Ты говорил со мной и сказал, я хочу тебя, блядь. Не, я с тобой не говорил, хоми. Хоми, я с тобой... No talk about, man. No think about, man. No talk. Окей? Давай, давай. Поосторожней будь в следующий раз. А ты, типа, на 10 дней отдыхать туда едешь? Да-да-да, ну плюс поступать еще. No, хоми. Поступать еще? Угу. На кого ты поступать будешь? В магистратуру, на главно-правовую. Что это такое? Да, объясни, пожалуйста. Профиль есть гражданско-правовой, на котором я сейчас отучилась. Есть уголовно-правовой, на который я хочу поступать. То есть, если ты... В теории ты сможешь злого посадить в тюрягу? Если ни за что. Ну просто так, ты бы хотела меня посадить куда-то? Да не-не-не. Злой там любит мыло ронять, да, злой? Блять, ты чё пиздишь, блять? Алло, ты чё мне перед девочкой, блять, вот это? Позоришь, блять, перед девочкой, блять. Да иди ты нахуй, ты, блять, сука, блять, олень. Крис. В смысле мыло ронять? Чего? Бля, объясните кто-нибудь. А, это типа в армии, когда кто роняет его в попу? Ну, короче, на бутылку садится. На бутылку? А кто не любит? Подожди, я не люблю. Кто любит? А кто любит, блядь? Давай начнем с этого. Кто не любит, легче сказать. Я не люблю. Ой, кому ты рассказываешь? Вот кто говорит, я не люблю, тот больше всех любит. Это не так работает, Крис Вейв. Ебать, ты меня душишь сегодня, за что? Да я не душу, извини. Тот девственник, кто на бутылочку садится. Извини, Костыч. Это за доту месть. О, ура! Что, приехала? Блядь, да я как вылез из этой ямы помойной, ёбаный сыр, блядь. Бля, пацаны, надо уезжать уже, блядь. Обещаю с вами. На спизе срочно, ты ещё проебёшь. Обещаю с вами бы посидел, блядь, но... Посел бы. Вы прошли, супер. Сказала, даже не знала, что ты приготовила. Злой, не уезжай. Ну, блядь, пацаны, надо по делу поехать, там может кто-то помочь. Я утром вернусь завтра, в обед запущу. А, какой обед? Наверное, ну, перед Ромой запущу в 12. Мильпапс, утром. Бурирам, там кроме схожу, парирам. Потом пойду думать насчет контента уже. Не, случилось что-то? Нет, пацаны, просто мы едем в село к Артуриному деду.
Село называется, блядь, ну кто мне даст напомнит? Забыл как. Точно в 12? Да. Я утром приеду. Блядь, какое-то маленькое село. Я раньше был там, я там фоткался. Точно, точно. Не бар. Не бар, блядь, другое. Так, а я в душ ходил? А, я нормальный. Не бар, нет. Сука, Черниговская область. 100 километров от Киева. Алло, ебло, блядь, утиные. Оль, почему молчишь, что не говоришь со мной? Ебать, а о чем? Кентика нахуй потуши. Я не знаю, может что-то расскажешь. У тебя что нового? Ну, прическа как минимум. Ну, это я вижу, помимо. Да ничего вообще. Как так? Так в деревню съездил. Ёбаный снич, блять! Охуенно, я гулял, развлекался, кайфовал, ну вообще познавал дзен и проводил очень классное время, безумно классно, безумно. Не знаю, в следующий раз будет ли такое еще или нет, просто очень охуенно было. Просто безумно круто. А ты надолго ездил? Я на 5 дней ездил. На 5 дней катался. Five days. Ладно, я сейчас приду, замучусь с пацанами, попрощаюсь. Так, пацаны, блядь, я буду закругляться. Спасибо всем, кто сидел, фоловился, там, чилил. Я сегодня очень вялый, потому что мне очень хуёво после вчерашнего. Спасибо вам за то, что нажимаете на ревку. Можете просто нажать, чтобы... Потому что мы продлили сотрудничество. Блядь, да как, сука? Ну, просто нажать можете? Просто нажать. Все. Просто нажать через ВК зайти. На Ютубе новый ролик вышел. Можете идти смотреть новый ролик. Прекрасный. С Вадимом. Надеюсь, проблем не будет. В Exile вышел тоже ролик. Буду закругляться, буду ехать в село. Село. Блять, не помню. Не помню, как называется село, блять. Не помню, нахуй. Где я, нахуй? Село где-то называется, блять. Артур! Артур! А что за село? Слышишь? А что за село, я забыл? А нахуй ты врёшь? А что за село? Сгуровка, зачем? Сгуровка, да? Где она, блядь? А что там, сейчас сходка подписчиков теперь будет? Не. Туда за полтора часа с Чернигова и Киева пацаны успеют подъехать. А, Сгуровка это оно? Да. Так а тут хуйня ехать вообще. 2 часа. Какое 2? Ты чё, ёбу дал, блядь? На машине 2? Ну, братан, там дорога убита в говно. Если вот мы так, могли езжать 120, типа, тогда да, а так мы будем ехать без говна. Ну, ты можешь поехать по трассе. Да, только вот эта трасса говно, вот эта трасса, скорее всего, будет получше. Вот потому что трассе. Тут по Бориспольской ты едешь какую-то часть. Через новый Быков, и ты сразу в Сгуровке. Тут нормальная дорога, ты чё, ёбнулся? Я думал, будем вот это хуёвое. Я думал, мы будем по белой ехать другой. Ладно, всё, кенты. Стрим закругляется. Спасибо всем за стрим. Увидимся с вами завтра. Спасибо за фолловы, за то, что нажимаете рефочку. Арине вас отправлю. Передавайте привет малышке. Скажи, злой соскучился, вся хуйня. Аринян. Увидимся, ребят, завтра. Все. Пока. Люблю вас, целую. Вы лучшие. Запомните это. Вы нахуй лучшие, блядь.